Ты в эфире. Друзья, всем привет. Я вас не вижу. Я вас просто не вижу, поэтому включите Колю, Лешу и Сергея, чтобы я тоже видел себя на экране. Вот. Короче, всем... О, все, я вас нормально вижу. Арестович очень вкусно ест. Ест благодаря кому? Дмитрий Пиротовский из Франции прислал сегодня вкусные пирожные для меня. Но традиционно в нашей стране ест не тот, кто кому присылает, а тот, кто оказался в нужное время в нужном месте. Так что, Дима, большое спасибо, что ты позаботился о нас. Мы приветствуем всех зрителей, которые таким образом заботятся о нас. Вы заботитесь о нас, а мы заботимся о вас. Это лозунг нашей Альфа и Омеги. Вот. И сегодня у нас, я думаю, будет хороший эфир, потому что я специально вот выбрал такую тему. Я назвал ее «Гигиена мышления. Как работает ИПСО и разрушает добро в людях». Почему я решил на этом остановиться? Потому что мы уже поднимали в прошлом эфире, в первой части с Алексеем, тему вот мощных информационных психологических операций, которые просто одна за другой идут как бы по Украине. И я вот подумал о чем, что очень многие люди беззащитны перед этим, потому что, ну, они не понимают, там, в отличие, там, допустим, от меня, там, или от Леши, или от Коля, каких-то элементарных вещей, вот как распознать манипуляцию, вот что тобой начинают дергать за ниточки в отношении тебя, как эти ниточки работают и, собственно говоря, как выстроить вот эту вот гигиену, да, которая невозможна без мышления. А кто у нас самый первый по мышлению в стране? Это Сергей Аркадьевич Дацюк. Вот, поэтому я предлагаю вот обсудить эту проблему, как устанавливать фильтры, как работать с манипуляциями, как, в общем-то, обходить все ментальные, там, психологические и прочие ловушки, которые расставляют не только там русские, ну и просто там в повседневной жизни там ваши оппоненты, ваши недруги там и так далее. И вот я думаю, что мы сегодня об этом поговорим и это расскажем. Вступая в следующем, ты хочешь, чтобы я спросил у кого-то что-то? Ну, естественно. Конечно. Сергей Аркадьевич, почему вы не согласны, что вы первый по мышлению в этой стране? Ну, понимаете, коллеги, мышление как... Падшая женщина живет с кем хочет, где хочет и когда хочет. Нельзя сказать, что вот у этого конкретного человека мышления больше, у этого меньше. Или этот главный, а этот не столь главный. Я скажу даже больше. Если у человека вчера было мышление, то не факт, что оно у него сегодня есть. Это можно объяснить очень простой вещью. Мышление – это слово, которое имеет еще ряд других слов. То есть, как бы, это... Такая оптика на взгляд, оптика на изменение. Можно сказать, что человек меняется, можно сказать, что он мыслит, потому что мышление и изменение, они неизбежно связаны. Если человек сегодня попал случайно, намеренно, как бы под принуждением в изменение, он вынужден был мыслить. Вынужден был мыслить. Если завтра он перестал меняться, мышление это очень напряженная избыточная штука, очень энергетически затратная. Угу. Иногда и на пределе. Антиэволюционная, да. Что очень многих останавливает. Да. Антиэволюционная. Да, думание эволюционное, оно способствует выживанию, а мышление не способствует выживанию. Никак. Оно наоборот, под риски тебя подводит, наоборот. Угу. Абсолютное большинство людей готовы умереть, но не меняться. В смысле, не включить мышление. И никак. Ну, вот, я когда смотрел последнее интервью, Алексея, ну не последний, скажем, одно из последних интервью с Ингой Мазерией, и читал по посты, то как бы я натолкнулся там на интересную такую вещь, что в эфире он рассказывал, как изменилась тактика русских, что они перешли от как бы войны по правилам хорошо вооруженных тяжелым вооружением к войне малыми группами, войне тактиков штурма. Да. Где как бы уже встречаешься в лоб, и это характерно для ситуации, когда вы готовы положить массу народу, то есть просто забросать трупы. Да. Но это ситуация на войне.
А вот про ситуацию в тылу Алексей сделал пост на Фейсбуке, где он сказал, что не работают эти вещи, что вот кто-то придет, ну, например, хлопцы с фронта, предъявят нам мышление, и мы все дружными рядами за ними пойдем. Он сказал, что работают культурные массивы. И мы в тылу тоже переходим в принципиально иной ситуации. Когда вооруженность большими метанарративами, теориями и так далее схлопывается, потому что они одни не работают. Угу. Попытки выехать в Рамштайн, в Лугана, в другие места, предъявить там, что мы видим, какая модель послевоенной Украины, да, мы вам под это дадим, тоже не срабатывает. Потому что все теории летят в мусорник. Вот просто прямиком в мусорник. Это означает, что мы переходим тоже к тактике малых групп. Угу. Заметьте, тыловой тактике малых групп. На некоторых из которых может быть мышление. И та дезориентация, в которой мы сегодня оказались, она связана с тем, что эти культурные массивы меняются. По большому счету их было два. Это культурный массив советский. Угу. Он же, по странным стечениям обстоятельств, был имперский. И не смогли создать постсоветский. То есть русский постсоветский массив не был создан. Почему? В 90-е мощно стартанули. И мы смотрели, блин, вот как мы завидуем. НТВ, вот столько всего. Пошло в рост. Начало 2000-х. Схлопнулось. Все это схлопывается. И то есть фактически культурный массив постсоветский российский не был создан. И то, что мы наблюдаем, вот это вот все дерьмо. Архаик. Это имперский, да, угу, даже не советский, даже досоветский. Это. Второй культурный массив был сформирован национал-патриотическим движением. Когда-то оно было националистическое, потом оно переформировалось патриотическое. И это культурный массив. Является ли он сейчас влиятельным? Вопрос большой. Потому что война предъявила претензии. Ну хорошо, памятники вы умеете сносить, за язык воевать? Да. Ракеты можете? Нет. ПРППМУ можете? Нет. Танки можете? Нет, не можете. То есть оказывается, что вся вот эта вот шумиха и применение огромной энергетики, оно неадекватно для того, чтобы создать высокотехнологическую армию. Не можем. То есть фактически на самостоятельно. Наших... Да, действующую самостоятельно. То есть не основываешься на помощи извне. Я не говорю там западной, не западной, на помощи извне. На наших глазах возникает третий культурный массив. Мы его так осторожно нащупываем. То есть возникают некоторые слова. То любопытство у нас возникнет, то массив собственного мышления, то представление о том, что это будет, ну, как бы некое программное движение. И мы так его осторожно ощупываем. Но проблема в том, что когда вы находитесь вот в нижней точке вот этих вот изменений, да, преобразований, угу, то наступает дезориентация, огромная агрессия, угу, попытка найти врагов, начать как бы, ну, сказать, что все сжигать ведьм, да, и так далее. Мы в моменте возникновения, как бы все правы и никто не прав, потому что видения этого нет. И Алексей как такая большая, ну, такой усик, который чувствует, и в то же время это чувствование превращается в некий нарратив, лучший из которого попадает в дискурс. Вот я его так как бы моделирую. Угу. Вот он это прочувствовал и сказал, вот культурный массив. И на наших глазах возникает этот некий условно новый, ну, неизведанный еще культурный массив. И именно по этому поводу такая неврастения. Потому что, по большому счету, общество сегодня в неврозе. Возможно, даже в психозе. Если мы суммируем то, что происходит в тылу и то, что на фронте. Да? Что на фронте? Отравление смертью. Вот те вещи, которые Алексей традиционно избегает говорить. То есть, как бы, почему ребята на фронте еще? Это же не просто обморожение. Это же не просто, что они устают от того, что там 7 или 8 атак в день. А еще отравление смертью, да? А с этим вообще мы не знаем, как работать, потому что нас от смерти скрывали, офицерам, возможно, рассказывали, как вдохновлять людей идти на смерть, но большинству людей эта вещь малоизвестна. То есть нас не учили работать вообще со смертью, а уж в ситуации массовой смерти, в ситуации отравления смертью нас вообще не учили работать, а тем более в социальном плане с этим работать. То есть вот мы в ситуации в тылу оказались, когда... Два больших культурных массива под вопросом, третий только формируется, плюс невроз, плюс психоз,
отравление смертью. И вот все вот это ситуация сегодняшнего дня. Я вот так, потому что я на любые интервью я стараюсь просматривать, что там, условно говоря, мой там визави, да, вот как бы говорит. И как бы желая резонировать, я попытался, ну, дать анализ того, что... Вы даже дальше пошли, чем я собирался говорить, но да. Проблема общества, то, что оно на изломе. То, на что опирались, исчезает. А новое пробивается, ну, так вот, на уровне отдельных этих самых, немедленно маргинализируется, потому что идет это, да. Оно внеположно даже, оно не перпендикулярно, просто внеположно. А человечество ж, как оно не мысли, внутри движимо, особенно большая масса людей, движимо системы свой-чужой. Если ты ни к культурному массиву не принадлежишь, не дай бог творишь новое, тебя немедленно клеймят чужим. И а чужой во время войны, во время отравления смертью, во время невроза, который граничит с психозом массовый, что это немедленная, значит, это... Агрессивная реакция. Мы не то чтобы новое изобрели, но мы продемонстрировали то, что всегда бывает. Когда нечто непонятное, им спрашиваем американцев, это непонятное, на кого работает? Не знаю, мутное. Спрашиваем там у немцев, у французов, это вот непонятное, оно на кого? Не, мутное. Идеальная ситуация. Уничтожить и дать героя. Это в ситуации, когда вообще неизвестно, как это... Что сделать с художником, если он сильно не похож? Уничтожить? А потом признать гением. Да, гений, все, да, непреходящая посмертная слава и так далее. Культурные войны. Это культурные войны, на которые ИПСО накладывается аж бегом, потому что ИПСО не что иное, как канализация массового невроза. Первый тест на человека-специалиста по информационно-психологическим операциям, если его ним правильно занимается, выглядит так. Тебя вызывают и говорят, что я уже давно был в этой роли, но я вызывал. И я всегда задавал вопрос, назови свою целевую аудиторию, назови свои целевые группы, это разные вещи. И назови боли целевых групп. Что болит? Самые главные болячки. Если он не может, он первичный тест не проходит, его нельзя брать. Что он должен знать боли, с этого все начинается. То есть, если есть психоз, связанный с культурным изломом, нужно что? Работать на культурный излом. Смотрите, вот... Если есть психоз, нужно работать на культурный изломом. Связанный с культурным изломом, работа – это главная болячка, это проблема, работаем на культурный излом. Угу. То есть все чужое... На изменение. Да, все чужое должно быть заменено. Оно включает мышление. Те, кто против нас работает. То есть там, где тонко, надо рвать. Конечно. И все получаются... Падающего толкни. Не укреплять. Падающего толкни. Ну вот, как против нас работают, да, то, что внутри, что снаружи, неважно. Они говорят, что, смотрите, вот... Немедленно должно быть опознано как чужое, заклеймено как чужое и репрессировано как чужое. Задача, чтобы у человека не было никакой паузы между стимулом и реакцией. Потому что свобода человека живет в паузе между стимулом и реакцией, когда он успевает выбрать другую реакцию. Задача, чтобы не было. Рефлексивное управление. Рефлекс должен срабатывать. Чужое немедленно, ату его. Не подумать, а может быть этот культурный слой, который проклятый Датюк говорит, он в 100 раз лучше, чем все, что ты знал до сих пор. Все, что он предлагает. Юра хочет вовлечься. Зачем? Ты подумай, никакой думать. Датюк чужое, Датюк плохо. Я специально себя не говорю. Значит, немедленно затоптать, уничтожить, чтобы этот огонек не проявился. Да, Юра, что ты хотел? Смотри, вот сегодня как раз очень интересно. Мы разговариваем, включился, что ты хочешь сказать? Ну, дай ну ладно, говори. Ну, дай скажи, Смотри, вот как раз сегодня на растяжке очень классно можно проиллюстрировать, как это все работает. Потому что люди задают вопрос, тезис накидать и признаки ИПСО, и как их нейтрализовать. Но смотри, сегодня по Киеву была атака, да, прилетели ракеты, эти ракеты позбивали, власть так заявила, все ракеты сбили, ракеты попадали, обломки попадали, и даже, по-моему, там убили человека, новость была, и несколько человек поранили. Кличко заявляет о том, что ракеты попадали, значит, что ракеты сбили. Вот власти там заявляют, что ракеты попадали, ракеты сбили, ПВО сработало, есть погибшие, есть раненые. Что после этого происходит? Ничего не происходит. Почему? Ну, я имею в виду с точки зрения как бы разворачивания вокруг этого какого-то дискурса, как это произошло там 14 числа в отношении Алексеева. Почему не происходит? Потому что, во-первых, масштаб жертв меньше, ну, и соответственно, кровь, она очень играет, серьезно, мертвые, они, как Серж Москович говорил в свое время, они незримо влияют на живых. Вот, и, во-первых, меньше число жертв, хотя ситуация схожая, да. Во-вторых, нет как бы вот этого организационного пуша такого, да, когда запускается нужная волна медийная, как это произошло с Алексеем, для того, чтобы начать раскладывать ситуацию, разворачивать ее в нужном направлении. Вот вам простой, как бы, это простой пример.
он похож по, ну, по своей сути, там, да, но нет вхождения в игру, в такую медийную, нет заинтересанта для того, чтобы, допустим, там, утопить Кличко сейчас, вот взять и Кличко сделал заявление, а ту его как бы и начинать играть. И, соответственно, нет того... Он сказал, что все ракеты сбиты, а были сбиты не все, там же попали еще, был взрыв сразу после его заявления и так далее. Но это мы же понимаем, что это нет задачи уничтожать, поэтому как бы, ну, нормальная работа. Да. Он не мог знать в момент, когда он говорит, что все ракеты сбиты, крылатые же сбили, что прилетает баллистическая ракета, например. Если это была баллистическая, то еще выяснять и выяснять. То есть все, тут нет заказа, поэтому все понимают, что, ну, человек оперирует информацией, той, которая у него есть. Он же лично не читает ракеты, ему докладывают. То все нормально, все живые люди, все понимают. А вот когда есть заказ, то это другая история. Хотите, назову? И договорил, можно говорить, да? Да. Смотрите, я вам сейчас дам четкий признак того, что вы внутри ИПСО, что вас ведут. Это когда у вас возникает впечатление, что тот, кто говорит, или то, что написано, говорит вашими словами. Вот вы, так сказать, как, знаете, как это, балтийские матросы. Я вот так сам сформулировать не могу, но сердцем чую, что правда. А вот товарищ комиссар, товарищ Урицкий сказал, как будто вот моими словами, как будто вот он выразил меня по-настоящему. Вот это верный признак, что тебя повели, тобой манипулируют. Но тогда нормальный гражданин может задать вопрос. Подождите. А популярные блогеры, Голоса и все остальные, они же часто говорят моими словами, потому они и популярны, что они высказывают то, что владеют большими массами, там журналисты, вообще все говорящие. Так что же мне теперь вообще никому не слушать? Это блогер же не занимается ИПСО, он занимается самовыражением, а я просто оставлю ему плюсик, когда мне резонирует или нет. Очень просто. Как понять, манипулирует мой популярный блогер, который я люблю, который я подписан, например, кто он? Ну, вот Арестович хотя бы, или Датюк, или Романенко, или Фельдман. Очень просто. Когда есть простой, простейший признак, когда цели, которые человек декларирует, и те, которые он реально реализует, разнятся. Угу. Вот тогда он манипулирует с корыстными целями. Если пламенный блогер говорит, зараза, плохо, что не работает военная промышленность украинская, и он там идет и борется, там выкрывает, или журналисты и так далее, лично себя подставляет, рискует, тогда понятно. Человек здесь предпринимает действия, которые соответствуют декларированным ценностям. Да. А когда он говорит, ну, понимаете, очень плохо, что не работает, там, например, там, какая-то часть украинской военной промышленности, беспилотники не производим, и так далее, а потом мы его видим, условно говоря, в ресторане сговаривающимся с человеком, который он только что обвинял в статье, мило беседующим. Да? Мы задаем себе вопрос, а что это он так вдруг? Он же должен его душить, а он его не душит. Он с ним звенит вилками, ломает хлеб и о чем-то говорит. И зрители просто не знают, что нормой является для политиков, когда они в страшных баталиях обвиняют друг друга, а после этого идут на ток-шоу, после этого идут один в ресторан, и там, как я тебя подделал, как ты меня подделал, и так далее. И так далее. Это манипуляция. А почему она случается? Потому что у нас нет привычки, долгой привычки, пролонгированной, судить по плодам людей. Как в Новом Завете написано. Хотите понять сложное... Христа спросили, как понимать сложное комплексное явление на нашем языке? По плодам судите. Что получается в результате? Потому что Христос признает, что часто невозможно определить, куда человек ведет и что он делает в данный конкретный момент. И даже после некоторого пролонгирования нельзя определить. Но по плодам точно можно определить. И вы можете задаваться вопросом, а какие плоды вызрели во мне, когда я долго слушал этого человека, вот этого пламенного блогера? Что теперь я несу в своей душе? Такой, потому что плоды же вызревают во мне, они даже не внешние. Да, можно тут подхвачу? Если я стал, сейчас я хочу просто сказать, Сергей Ильич, если я стал более нетерпимым, если я больше ненавижу, если я считаю, что кого-то надо придушить, вот вам плоды, которые в вашей душе вызрели, потому что вы читали хороший телеграм-канал или хорошего блогера. А если вы говорите, что света в душе стало больше, мысли стало больше, я стал больше задумываться, хочу, что более трезвый, хочу судить трезво, да, размышлять, а не судить, это вот совсем другие плоды, понимаете. Да? И вот у нас люди, как работает дисциплинарное общество, как работает, ну, то, в чем мы живем, на разрыв контакта с собой, чтобы люди не могли себя рефлексировать, не оценивали, что у них происходит, и главное, они не видели вот эти тропы, по которым они ходят, к чему приводят в них самих. И когда ненависть в душе кажется закономерным результатом, вы стали результатом. Вы четко вас взяли за шкирку и по болям провели до ИПСО. Вот я могу... Эксперимент. Давайте назовем... Сейчас Сергей Аркадьевич выскажет. Потом, если хотите, назовем главные боли украинского народа. Вот у нас все. Вот, да, не забудем зафиксировать про главные боли. Да, тут... на знание самих себя и посмотреть, кто и как часто использует эти... Хочу немного продолжить. Ну, прежде всего, для тех, кто не в теме...
Напоминаю, что ИПСУ – это информационно-психологическая специальная операция. Специальная операция. Они бывают разного масштаба. Многое, слушай, надо еще сказать. ИПСУ, что за ИПСУ? Никто... Да. А как узнать, что в какой-то момент вы не становитесь жертвами манипуляции, а присутствуете при мышлении? Вот как узнать, да? Вот просто ж. Да. Как узнать? Человек предъявляет что-то мыслимое. На самом деле, довольно простая ситуация. Когда вы слышите вопросы, которые вам неприятны. Mm-hmm. Более того, когда вы слышите вопросы, что за сам вопрос вы готовы убить человека, который ставит этот вопрос. Просто убить, потому что он выбивает, сука, почву из-под ног. Вот. До таких вопросов додуматься непросто. Предъявить человеку вопрос, после которого его хочется убить, сложно, поверьте мне, очень сложно. Я как специализируюсь на таких вопросах, знаю, это чрезвычайно сложно. Так вот, что получается в плодах? А в плодах получается следующее. Есть такая штука, как индоктринация. Это некритическое усвоение любой доктрины. Подчеркиваю, любой доктрины, причем имеющие мировоззренческий уровень. То есть объясняешься, откуда происходит мир, каков его конец, в чем его начало, в чем смысл, каковы перспективы. То есть вот... Вот доктрина такого уровня. Без критического мышления. Так вот, помимо в любой индоктринации есть вопросы, ставить которые запрещено. Не, вам прямо никто. Я понял. Не, вам прямо никто не запрещает. Но, говорят, эти вопросы бессмысленны. Так ставить вопрос нельзя. Потому что да, он неправильный, это неправильный вопрос. Эти вопросы, ну, как бы, не к месту и так далее. И так далее. То есть находится. Очень много объяснений, почему эти вопросы ставить нельзя. Подрастешь, поймешь. Вот, да. Вот. Обратите внимание. На третьем этапе тебе говорят, что... В любой доктрине есть запрещенные вопросы. Вот теперь внимание, пример. Вот тут Алексей вспомнил Христа. Христу был задан вопрос, на который он избежал ответ. В этот момент задания. Но ответил в другом месте. Что это за вопрос? Кому монета? Кому монета? Нет, там он сразу, ну, в смысле, по поводу монеты. А что есть истина? Да. Что есть истина? Да, конечно. Но в другом месте он ответил, я есть путь и истинная жизнь. Но мог ли он так ответить Пилат? Нет. Пилат, что есть истина? Я есть путь, вот как бы. То есть он же не был внутри доктрины Христа. Христос ему не мог бы так ответить. То есть вот этот вот предел... христианство. Вот этот предел. Это когда ты не можешь ответить на вопрос внутри доктрины неиндоктринированному человеку. Вот этот вот момент является будразделом. То есть для всех христиан он есть путь и истинная жизнь. Для нехристиан этот ответ бессмысленен. И вопрос не имеет смысла. Но он еще урок нам хотел преподнести, потому что истина это не что, а кто. И вот перед Пилатом стояла истина, а Пилат не мог этого увидеть. Итак, да. Всякий раз, когда мы слышим много ответов, но ни одного существенного вопроса, мы не имеем дела с мышлением. Смотрите, как это работает в Украине? Вот Сергей Аркадьевич, просто вот спасибо большое, дал блестящий пример. На следующем этапе, когда тебе говорят, что ты слишком задаешь, вот ты первый раз можешь задать запрещенный вопрос, тебе скажешь, чувак, ты просто ошибся. Да. Просто мы, ну это же бессмысленно. Что за вопрос? Да, что за вопрос? На второй тебе скажут, секунду. Этот вопрос, он как бы... неуместен. Ты атакуешь святое. Ты определись. Ты вообще понимаешь? Да, ты вообще понимаешь. А над этим тебе скажут, ты чужой. Свои такими вопросами не задаются. А дальше остракизм. Изгнание из общины, которой ты хочешь принадлежать, и задаешь дурацкие вопросы. Помните «Обитаемый остров»? Сцена, когда он попал к подполью, и они его допрашивали. Почему у вас 7 пулевых ранений, а вы живой? Почему то, почему все и так далее, и так далее. И он говорит, у меня есть вопросы. И он начал задавать им вопросы. А там все время хватался за пулемет, этот Вепреда и все остальные. Да его убить надо, там лесник и так далее. За такие вопросы убить. Ну, и только вменяемые люди, доктор, там все остальные, говорили, что генерал, говорили, что как бы наоборот, хорошо, что он задает эти вопросы. Уже тогда были люди, и везде они есть, которые говорят, если ты задаешь эти вопросы, ты не наш. А как работают две предыдущие доктрины? Постсоветская или советская, и вот национал-патриотическая. Они говорят, как у всех доктрин, у них есть перечень запрещенных вопросов. И вот они говорят, что вопросы, которые регулярно задаются в Альфа и Омега, это должны быть украинские вопросы.
Антиукраинский. Антиукраинский, ну понятно. Кому они это говорят? Ладно, подло Арестович и Датюк, с ними все понятно. Я могу сказать, кому они. Они говорят Даниле Яневскому. Не, ну понятно. Они говорят Ярославу Грицаку. Смотри, они сообщают, давайте иначе я отвечу. Я же понимаю, как это делается, для чего, даже если это делается людьми неосознанно, они все равно это делают в итоге с этой целью. Они сообщают абсолютно иной толпе людей, как бы, что вот эти вот люди, кого они критикуют, это люди чужие для них, и значит свои для вот этих. Да, враги. То есть вот эти вот, которые остальные, которые не приемлют сегодня, скажем так, идеологию, которая титульная, скажем, давай как-то ее регламентируем. Стремится быть титульной. Да, то есть есть люди, которые, ну их же масса, и их надо тоже как-то осваивать, этих людей. Нужно поместить туда своих. Вот мы свои, которые помещаемся туда. Причем вот то, что мы сейчас говорим, не поймут ни те, ни вторые, скорее всего. Потому что мы находимся в пространстве, которое еще не стало культурным массивом. Конечно. Вот когда оно станет культурным массивом, тогда там появятся свои, там появятся нормы, нормативные правила, там все-все-все, поверьте, появится. Ну, и новые там, да, Арестович начнут ставить опять вопросы. Да, ну вот вопрос, цивилизация любопытства, это цивилизация свободы вопросов любых. Да, конечно. Да. Я хочу тут привести пример, я его уже приводил в наших эфирах. Это разговор Акунина, Бориса Акунина, который Георгий Чхартишвили, да? Он, будучи молодым человеком, взаимодействовал, он же арабистом, или японист. Да, как бы. Он взаимодействовал с человеком, который из КГБ был, и он с ним, вот, ему покровительствовал, некий полковник, который в итоге, наконец, завел с ним разговор. Какой-то момент. Он говорит, он не удивился моим юношеским наскоком, а произнес целую речь. Очень складную, будто заранее приготовленную. Наверное, он когда-то составил ее для самого себя в качестве этического обоснования собственной жизни. Слово «империя» мой собеседник не употреблял, он говорил «держава». Я потом воспроизвел этот дискурс в романе «Времена года», вставив его в уста одного похожего персонажа, так что возьму из текста. Такая у нас страна. Исторически, энергетически, духовно. Одно слово «держава». Миссия всякой державы – собирать вокруг себя народы, не сосать из них соки, а питать своей кровью. Мы, Советский Союз, так всегда и делали. Полтысячелетия наши предки Третий Рим строили. Хорошо ли, плохо ли, но с полной отдачей, не жалея живота своего. Православие, самодержавие или социализм, коммунизм, неважно, как называется идеология, суть в том, через какую точку проходит силовая ось мира, вокруг какого стержня земля вертится и так далее. Мой коммунист и полковник, а может генерал КГБ, говорил с глубокой убежденностью, тын-дыр-дын. Дослушав до конца, я спросил, а зачем? А зачем? Он не понял, что зачем. Он говорит, ну, строить Третий Рим зачем? И ответ, если надо объяснять, значит, я в тебе ошибся, сказал большой начальник, и больше мы с ним уже никогда не выпивали. Да. То есть, он поставил вопрос, который запрещен. Юра. Да, так точно. То есть, ты должен понимать, ты не должен ставить этот вопрос. Да. Коля, ты знаешь, вот то, что ты только что зачитывал относительно вот этого КГБшника, я буквально, ну там, 30 минут назад мы шли с Айлитой по улице, и она мне, ну моя дочка младшая, вот, те, кто не знает, и она мне задает вопрос, вот, собственно говоря, почему русские такие агрессивные, в чем причина их агрессии, из чего все начинается? А я ей говорю, смотри, вот ты же знаешь, что многие родители бьют детей. И почему они бьют? Они бьют тогда, когда они не способны найти аргументацию, объяснить нормально ребенку, убедить его в том, что вот именно такое поведение там, необходимое как бы, там, да, в данном контексте, в данной ситуации. И такие как бы, паттерны поведения, они очень широко распространены в России. Собственно говоря, если вот то, о чем он буквально вот сказал, этот КГБшник, что силовая ось. И Акунин абсолютно правильно задал вопрос, зачем? И вот у меня Элита задала буквально такой же вопрос. Она говорит, а зачем вот у них вот так вот, вот почему все через силу там, да? Зачем постоянно совершать сверхусилия, связанные с вот этой вот с экспансией, ну это я уже развиваю как бы там, да, вот, когда ты на уровне семьи постоянно не находишь аргументов относительно того, чтобы убедить, там, допустим, свою жену, там, да, мы же знаем, что в России там чрезвычайно широко распространено избиение, они там даже
Да, они опять вернулись там нормам, что наказание уменьшит за это. Там у них был какой-то период, когда они там повысили наказание за избиение, за семейное насилие. Вот. А потом опять, вот буквально там пару лет назад, по-моему, опять как-то там разыграли, развернули эту ситуацию в другую сторону. Но неважно. То есть у них в самой культуре заложено вот это вот насилие, которое именно из-за неспособности постоянно найти и обосновать, почему ты делаешь то или иное действие, как бы, да, которое не согласовано с тобой, не согласовано там, не знаю, с обществом, не согласовано в принципе с миром там, и так далее. И поэтому вот единственное, что остается, это насилие как бы воплощать ну, на уровне доктрины. То есть мы расширяемся, потому что мы расширяемся, потому что мы имеем право. А почему имеете право? А потому что мы сильные, и собственно говоря, в этом мы самоутверждаемся. И я элите говорю, а смотри теперь дальше. Почему это происходит? Потому что нет любви у них, нет любви. Проблема их в том, что у них нет любви. Они всегда недолюбленные. И вот эта вот гонка их за расширением, это все по поводу того, чтобы доказать миру, что вот мы ж можем, что мы способны. Обратите на нас внимание, вот смотрите, да, мы там, от нас плохо пахнет, мы там как бы не образованы, там еще что-то, но вы, сука, должны нас любить. Вот. И любящий человек в ну, нормальном социуме, в котором как бы отношения простраиваются через любовь, там просто, ну, он как бы насилие избегают, потому что понимают, что, ну, зачем, во-первых, ломать кого-то, когда можно убедить, вот, а во-вторых, это просто неправильно, как бы, да, должна быть гармония, должна быть любовь, и тогда, ну, социум развивается спокойно, гармонично, в правильном направлении. И вот это вот очень нужно и хорошо понимать, что нам, поскольку еще долго иметь отношения с Россией, я не знаю, там, когда мы решим этот русский вопрос, вот, но мы его будем решать долго и системно, мы должны понимать, что они искренне хотят любви, но просто они хотят любви сквозь призму своего вот этого вот переломанного садистскими царями, как бы, да, садистскими этими всеми большевиками, вот, сквозь призму вот этого как бы своего травматического опыта, и не могут выйти из этого замкнутого круга. Вот такой мой коммент. У меня есть огромная история дискуссий с Олегом Георгиевичем Бахтияром, который, собственно, строил представление о цивилизации воли. И базовым принципом цивилизации воли была необусловленность воли. Ведь по большому счету, что такое цивилизация воли? Это не означает, что есть только воля. Это означает, что воля предполагает, что рядом с волей есть мышление, да, вера, патия. И вот тот момент, который говорил Юра, что не обязательно убедить ребенка. Можно в каком-то моменте увидеть, что ты его не можешь убедить. Он остается при своих взглядах, то есть у него достаточно сильная воля. А такие дети есть, поверьте мне, я их встречал ну, десятки раз. С ним можно договориться. С действительно волевыми людьми можно договориться. Почему? Потому что действительно волевой человек понимает, что кроме твоей воли есть еще воля других людей. И с этой другой волей ты можешь договориться. В том смысле, что она не становится обусловленной, но она учитывает, что кроме твоей есть другая. Другое дело, когда ты ничего, кроме навязывания своей воли или доминирования своей воли, не желаешь иметь. То есть, как бы для тебя в твоем мире воли нет мышления, и места нет веры, да, нет пати, или то, что Юра говорит, нет любви. То есть есть только одна воля. Вот оказывается, вот только одна воля не работает. То есть воля работает только тогда, когда рядом мышление, рядом вера, рядом другие воли, рядом любовь, рядом патия. Вот тогда она работает. Причем работает полнокровно, когда воля может договориться с другой волей. Если воля не в состоянии договориться с другой волей, она себя изживает. Ну, не кто-то ее пересиливает, она себя изживает. Потому что смысл оказывается такой штукой очень хитрой. Когда он есть, его незаметно, а когда его нет... Оказывается, вот этот вопрос, зачем, тебя изнутри взрывает. Потому что ты валеешь, и в какой-то момент твой возраст подходит, и оказывается, что если нет, зачем, а энергии уже нет такой, как в молодости. Перезрел. Твоя воля просто не валит.
Вот, вот вроде никто ей не мешает, а она не валит. То есть воля избывается. То есть и в этом смысле, понимая не бесконечность воли, да, то есть она не абсолютна, у нее нет абсолютной энергии, она избывается, она уменьшается, она ветшает. И чтобы тогда, даже когда она обветшала, она могла сожить или событь, ей и нужны и мышление, и вера. Вот, вот оказывается такой интересный парадокс. И вот этот вот момент, и мы, как бы я даже целый кусок такой про волю написал и вставил книжку нашу «Новая архитектура человечества». И этот кусок, в общем-то, по большому счету, он внутри этой дискуссии, такой уже, может быть, конечно, заочный, с Олегом Бахтияровым, но он до сих пор есть. И вот это и есть то, что как бы отличает Россию и Украину. Потому что в Украине тоже воля, мы тоже волевой народ. Но у нас воля и вольности. То есть и именно в языке они проложены как воля и вольности. А что такое вольности? Это значит признание других воль. Да? Твоя вольность есть признание воли других. И вот на этом, да, на договорном основании можно строить коммуникацию. Алексей. Смотрите, значит, итак, вторым признаком того, что мы в ИПСУ, особенно большого стратегического масштаба, достигающего уровня индоктринации, является наличие списка запрещенных вопросов или вообще, когда нас жестоко рубят в отношении права задавать вопрос или определенный вопрос. То есть, если вы, кто-то написал что-то проникновенное в Фейсбуке, условно говоря, а вы туда пошли и начали задавать вопросы, вам говорят, подождите, ну что, как бы мы сейчас забаним, что за дурацкий вопрос, это, поверьте, это не пламенное излияние блогера. Даже если он думает, что он честно написал от сердца, это индоктринация или ИПСО. Теперь смотрите, что такое западный социум. После битвы на марафоне, когда греки впервые выиграли у персов, персидская цивилизация была супер развита, греки там просто набор деревень были по 1480 год до нашей эры. Они только что выползли из архаики. И в принципе это все равно, что сейчас Россия напала бы на Молдову, а Молдова победила на поле боя. И много там было легенд и всего остального. Была очень сильная проперсидская партия в Афинах, там не так все просто было. И вот они произнесли на могиле Паши Пажих воинов, там произносили речь. И кто-то из великих, не помню, там афинян, сказал, что произнес речь, которая сейчас хрестоматией является на западных университетах, ее начинают с нее изучать теорию демократии. Почему мы победили? Он своим афинянам говорит, ну, я так понимаю, в пику проперсидской партии, объясняет. Он говорит, Персия – великое государство. Систему воспитания персидских руководителей от сатрапов до царевичей как бы восхваляет даже Сократ. Платон в одном из диалогов рассказывает, как классно их учат, и нам бы только у них поучиться. Все остальное. Вообще это была сверхдержава, очень развитая, суперцивилизованная держава уже тогда, и концентрировавшая умения из Индии, из Азии, откуда, со всех сторон. И он говорит, ну мы все-таки победили. Маленькая Афина, там, да, еще там Спарта, опоздавшая к полю боя и так далее. Немножко других союзников. Говорит, потому что перевожу на наш язык. Там система построена на власти одного руководителя. Машина работает при всем разнообразии, при соблазне и участии в больших делах империи, которые они при возможности быстрого вертикального роста. Вчера был рабом, сегодня визирем. Да? Как бы, да, там все равно все это работает на волю одного человека. А у нас, говорит, цивилизация построена иначе. Она построена на сумме искусственных конфликтов, которые специально вмонтируются на уровне дизайна в общество. И вот сейчас он говорит, мы воюем с Персией, а у нас есть проперсидская партия в Афинах. И мы не можем ее запретить и уничтожить. Мы с ней должны пребывать в дискурсе, вернее, в дискуссии и навязывать мнение лучшими аргументами. То есть у нас нельзя просто так прийти, узурпировать тренд и дискурс. Сказать, едем вот так. Потому что мы построили цивилизацию, когда тебе могут задать любой неприятный вопрос. И твоя сила уметь его... А твоя сила в том, чтобы уметь на него ответить, победить. А твоя слабость, если ты не умеешь ответить, если ты проигрываешь, пусть даже ты трижды прав. Да. Но если у тебя проперсидская партия в Афинах при войне с персами задают вопросы, на которые ты не можешь ответить, ты проигрываешь, а они выигрывают, хотя бы потому, что они задали вопросы, а ты не смог ответить, они не дали своего ответа, то так тому и быть. Они говорят, что лучше проиграть персам один раз, но сохранить характер цивилизации, чем что
ради победы перейти к персидскому способу управления и стать маленькой Персией, деспотичной и так далее. И ссылаются на разные примеры, впрочем, тем более в истории Афин достаточно было примеров, когда побеждали олигархи, деспотии и так далее. Потом, конечно, с Древней Греции случился надлом, и они все равно выродились в философию. Да. Обратите внимание, выродились в философию. Да. В том смысле, что софистику зачистили. Да, но... Объявили, что возникли великие учителя, это которые... Софистика это ЭПСО. Да. Возникли великие учителя, которые там говорили, вот-вот-вот, и все такие, вау, ну ладно. Сейчас, Юр, 2 секунды, я хочу договорить. Так вот, продолжая эту идею. Значит, мышление – это волевой процесс. Искусственное, вмонтированное в цивилизацию конфликты, которые ты должен проявить ум, волю, там, разум, ценности и так далее, для того, чтобы что, выиграть в общественной дискуссии. И каждый вопрос, а надо ли сдавать деньги на очередную очистку каналов, сточных, или как мы будем воевать с персидской цивилизацией, которую невозможно победить, это куча общественных дискуссий, серьезных, в которых ты должен что-то себе представлять, а там все умели говорить, знаете ли. И выигрывать споры там было очень просто. А теперь смотрите, третий признак ИПСО, ИПСО это упрощение дискурса. Стремительное упрощение. Вот развод по черно-белому и примитивизация полная, что дела обстоят только так, и аргументы не нужны. Я внимательно читаю, например, аргументы, которые против меня используют. Но они же не выдерживают критической проверки. Это если бывает аргумент, если иногда бывает. Просто тупо оскорбление, их надо банить. Они не выдерживают проверки элементарно. Вот эти все дискуссии про Арестовича, я внимательно читал, тогда ну хрен с ним с Арестовичем, просто берем как пример. И тогда они вообще никакой не выдерживают. То есть мы, ИПСО, это задача, манипуляция, вас оглупить. Вот если вы ощущаете себя в состоянии вечной правоты, то с софистической и даже философской точки зрения, и даже, скажем так, с психологической, примирим софистику и философию через психологию. Когда ты прав, это очень слабая философская позиция. Опасно быть правым. Правота разжижает мозги. Угу. Гораздо лучше помещать себя в искусственные внутренние, искусственные внешние конфликты, когда тебе надо думать, когда тебе надо задаваться вопросами и отвечать на вопросы, потому что вопросы обоюдоводны, острая фишка. Ты должен отвечать на чужие вопросы и должен сам себе задавать неприятные вопросы. Да. А есть такой хитрый, сейчас одну секунду, есть хитрый побег, который заключается в том, что людей приучают задаваться привычными вопросами. И возникает иллюзия. Вот ты вроде как задаешь себе вопросы, но они привычные, на которые давно есть ответы. Запрещенные вопросы запрещенные тебе задавать. И потом философии произошла же редукция. Что делает Декарт? Декарт как бы возвращает возможность сомнения, но невозможность переформулировать вопрос. То есть ты как бы посомневался, а потом вернулся к тому, что было. И вот этот вот момент сомнения картезианский, он недостаточен, потому что важно не сомнение. Важно неудобный вопрос, который вообще подвергает право существования такого положения. То есть не просто сомнение. Ну, вопросы к основаниям. Да, мышление это всегда мышление об основаниях. В этом смысле неудобные вопросы и сомнения, сомнение это уже редукция, это уже упрощение. Угу. Это лазейка, ты себе оставляешь лазейку. Да. А вот тут посомневался, как бы честно выполнил философский долг, немножко посомневался, но все-таки вернулся к трене. Смотри, и в этом смысле нам интересно не философия войны или послевоенной жизни. Нам интересно софистика войны и софистика послевоенной жизни. Где сталкиваются разные видения, задаются неудобные вопросы и ответы временны. То есть они подлежат дальнейшему переосмыслению. И третий – это вечная борьба, то есть постоянный искусственный конфликт. И третий признак ИПСО, вот мы можем сказать, да, что это когда мы ловим себя на том, что у меня нет сомнений, даже сомнений. Вот хочу, все понятно. Ну, в частности, возможно, откуда какая ракета прилетела, там, это понятно, там, да, там, или там взяли Солидар, не взяли Солидар, там, украли деньги, не украли Министерство обороны. Ну, я просто беру вот те, которые стали за 10 дней, стали поводом информационными. Но нет сомнений, например, что событие точно произошло так, как про него рассказали. Юра, давайте. И теперь смотрите, вот Алексей абсолютно очень четко развил эту тему, только там ошибся чуть-чуть. Битва при Марафоне произошла не в 1490, а в 490, 12 сентября 490. Он сказал. Но это не важно. Да, важно другое. Вот когда зрители спрашивают, а стоит ли вводить цензуру на этом этапе войны? Ведь случай с Алексеем, министром обороны, показал, что наша информационная открытость может вылезти нам боком. Так вот, Алексей как раз прекрасно ответил, вот приведя пример диалога, значит, греков с персами, что мы не то что должны быть как бы более закрыты, наоборот, мы должны быть более открыты, я считаю, да, на данном этапе. Почему? Потому что
Вот ИПСО, которая развернулась в последние пару недель, российская, она как раз произошла вследствие того, что наше государство слишком ушло в вот этот телемарафон, который перестали смотреть. И помните, когда Арестовича вот пытались травить, тогда 14-15 января, то они же к чему отсылали? Они отсылали к тому, что смотрите, на русских каналах Арестовича цитируют, и значит, он дал там типа шикарный пас как бы русским. То есть... вот эта публика, ну, либо боты, как бы, русские, которые работали, либо наши, как бы, там, порошенковцы, там, и прочие, значит, силы, которые включились, как бы, в вот развертывание этой повестки, они тем самым четко показали, что они внутри российской повестки. Потому что, когда ты обращаешься постоянно к той стороне, то это происходит вследствие того, что ты не находишь ответы на свои вопросы, которые у тебя есть. Здесь, у нас, в нашем информационном пространстве. Потому что телемарафон не интересен, там нет дискуссии, там нет, ну, там не могут, как бы, допустим, мы спокойно говорить о наших проблемах, там, о наших каких-то недостатках, которые объективно есть. Там нет информации, по большому счету. Там нет информации. Вот мне сегодня звонили из Франции и спрашивали, они там рассматривают ролики по поводу того, что военкомы гоняются за людьми на улицах, и они внутри французской своей информационной повестки рассматривают эти вопросы. А у нас эти вопросы, они где-то там в телеграмах, там в этом, в, ну, у нас там на каналах, как бы, там может появиться, на каких-то альтернативных каналах, но не в мейнстриме. Вот. И я объяснил просто, вот как нужно отвечать на это, что да, нужно признать, что есть вот объективная реальность такая, что есть такие перегибы на местах, связанные с тем-то, с тем-то, с тем-то. Это одна составляющая. Вторая составляющая. Есть объективная реальность, связанная с тем, что ну, как бы, мы готовимся к новой волне наступления со стороны русских. И да, ну, как бы, проводятся какие-то мобилизационные сейчас эффекты. Третья, которая, о которой мы говорим, что есть ИПСОшная компания со стороны русских, которые активно играют не только здесь. Вот сегодня Собчак у себя на канале в телеге как бы сбросила кусок, значит, эфира последнего у Скобеева, там у Соловьева, или у Соловьева, я уже не помню. Вот. Где они как раз вот разматывают вот эту логику мобилизации в Украине. Для чего? Для того, чтобы те люди, которые смотрят, значит, эти каналы, они начинали вот все ИПСОшные эти выкладки российские переносить в наше информационное пространство, в свою жизнь, и, соответственно, подчинялись той логике, которую они закладывают. Потому что эта логика очень простая. Чтобы мы все внутри между собой перессорились, информационное вот это вот пространство наше, монолитное в начале войны, когда вот все просто как в едином порыве херячили, как бы, за то, чтобы, как бы, достичь результата, отбиться от них любой ценой, вот, они сейчас пытаются фрагментировать, превратить нас в 1918 год, вот я же все время говорю, в 1918 год, чтобы Петлюра там воевал с Карпатским, Махно воевался с Петлюрой, с Карпатским, не знаю, там, с большевиками, короче говоря, все воевали друг против друга, пока большевички спокойно наступают там и по очереди всех бьют. Вот эта логика. Поэтому нам не нужна цензура, нам нужна открытость, нам нужно менять телемарафон. Я говорю, давайте об этом говорить открыто, что государство выиграет 250 раз, если мы будем обсуждать наши проблемы открыто, если общество будет понимать, в какой логике мы идем, почему происходят эти перекосы, и вот почему эти значит, гнойные нарывы начинают взрываться именно сейчас. Я уверен, что если бы об этом начали говорить раньше, то вот эти вот коррупционные скандалы всякие, то оно и взрывалось бы раньше, и мы, возможно, быстрее бы начали идти вперед. Вот, поэтому, отвечая на вопрос наших зрителей, ни в коем случае не вводить цензуры. Да, там можно какие-то моменты замалчивать, связанные там с наступлением, связанные там с где стоят наши ПВО, там, конечно, это можно и нужно. Но в целом цензура как форма управления, как бы, информационным пространством и социумом, она нам больше навредит, чем, ну, чем даст какие-то выгоды. Теперь следующий вопрос, вот, который же к нашим гостям. Здесь зрители спрашивали, а как происходит вот это вот расширение доктрины, индоктринации? Как работать с индоктринированными? Вот как пытаться их вытащить из этой токсичной, как бы, да, токсичной реальности идеологической? Наверное, ко мне вопрос. Так же, как всегда, как любого человека вытащить из его доктрины? Прежде всего, вопросы. Если ситуация зашла далеко,
то Хаббард предлагал как бы такую штуку, как детоксикация. Причем под детоксикацией понималось не только ну, как бы избавление от токсинов, от наркотиков и, как бы, и алкоголя, а детоксикация рассматривалась в широком смысле, как извлечение тебе из любых токсинов, из любой токсичной ситуации. Угу. И это происходит только в одном случае, если человек не потерял установок на поиск смысла и перспективы. Если потерял, никак. Угу. Ну, он, ну как бы, ну его путь погибели. Если не потерял, то вопросы фундаментальные, то есть на уровне смысла, что как, ну что делает доктрина, чтобы было понятно, то есть какие вопросы запрещены в доктрине? Это что есть за пределами этого идеала, то есть есть ли другие идеалы, или грубо говоря, есть ли другие доктрины? Осмыслены ли эти доктрины или смысл только внутри этой доктрины? Какова цена этого идеала? Ну, на самом же деле, ни одна доктрина не хочет говорить о цене. Ну, иногда это делается, например, в христианстве есть, что ты можешь попасть в Царство Божие, но цена такая. То есть христианство, вот в марксизме, например, вы не найдете цену коммунизма. То есть это запрещено даже обсуждать. Потому что, ну, как бы, а что тут, как бы, ну, это обнищание или что? Это вот сталинские чистки. Да, это мировая революция, это убийство от миллиона. То есть, давайте обсуждать цену. Вот вопрос цены достижения идеала очень часто умалчивается. Да. То есть, в некоторых доктринах есть, в некоторых отсутствует, и в большинстве доктрин отсутствует цена. Затем запрещены вопросы о соотношении с другими идеалами. То есть, ну, условно говоря, если есть Бог у мусульман, да, есть Бог у христиан, это один и тот же Бог или нет? И как ужи на сковородке вот крутятся, чтобы как-то вот избежать этого вопроса, потому что вопрос, ну, как бы ответ на вопрос, это один и тот же Бог, он же, ну, а вы тогда... Слишком много неприятных следствий. Да, слишком много неприятных ответов возникает. То есть, как бы, есть всегда, как бы, пределы в доктрине, которые тоже не обсуждаются. Ну, грубо говоря, а что за пределами вашей доктрины? То есть, как бы, а вот так же, ну, как бы, как философом. А что в небытие? А в небытие ничто, как это ничто? Вот небытие и ничто, а что, вот, как бы, некое третье состояние? Это вот, как бы, вопрос не имеющий смысла. Почему-то не имеет смысла. Не имеет смысла внутри бытия. А если вы выйдете в своей оптике, не-не-не-не-не, ты ничего не понимаешь. Конечно, не понимаю. Я пытаюсь разобрать. Ну и все, и как бы, и конца края этому нету, потому что, ну вот, им надо вот так вот. А постановка вопроса, что бытие непредельно, все. Ну, как бы, практически... Ну, что они заняли свою нишу, она их устраивает. Потому что онтология это базовая, как бы, база философии. Да. Там, правда, была попытка Гераклита увильнуть в множество, но она не получила продолжение. Получил Парменид. Парменид, да. Да. Давайте технически, как это делается. Смотрите, вот это просто проще сказать, чем сделать, но я вам расскажу, как это делается. В чем проблема человека? Человек, это, если представить его мозг как жесткий диск, то на жесткий диск можно записать информацию и списать ее. Он от этого структуру свою не меняет. Хотя меняет, но на самом деле там, можно делать много раз. У человека любая информация, тем более такая базовая информация, как картина мира, а доктрина же лежит в основу картины мира, которая определяет все, она меняет его биологически. Все образуется очень просто. Нейронно-аксонные связи, химический процесс, который любое состояние человека, состояние мышления, состояние верования поддержано химическим гормональным коктейлем в крови. Да. Да. Вплоть до биохимии мозга, да. И гормонального состояния. Вот я об этом и говорю. Который уже, ну, как поэтому бы... Поэтому человек, который верит во что-то или поверил во что-то, он биологически становится другим. Когда вы атакуете его несущие конструкции, верования, то вы его биологически хотите изменить. Это вызывает резкое отторжение на биологическом уровне. Вплоть на уровне запаха. Он по запаху понимает, что вы чужой, и вы атакуете самые его основы бытия. Да. А любой человек работает по принципу нейтрон не сломается, если только сам не пытается себя ломать, чтобы совершенствоваться. Не навредит. Атакует лимис изнутри. Поэтому это крайне опасное занятие. Особенно, если он сидит на хорошей, такой прочной доктрине, потому что вы... Это действительно. Вот да. Владимир Фекалов всегда объявлял, что рефлексия – это больно. А реонтологизация смертельно опасна. Да, потому что вы меняете биохимию его мозга, его биологическое устройство, он будет беситься. Но если вы уже решили этим занятием заняться, бывает такое, то надо понимать, что тогда делается так. Надо смотреть в жизни конкретного человека или общества больные места, на которые он не может технически найти ответов и которые его беспокоят. Да, вы обещали больные места. Да, сейчас, которые его беспокоят. А потом сравнивать это с доктриной и говорить, ответь сам себе, разреши, я тебе задам вопрос.
ответь сам на себе, как соотносятся установки твоей доктринальной установки с вот этими фактами. Почему твоя доктрина не помогает решать твои же проблемы в совершенно реальной твоей конкретной жизни? Так можно, это как бы палец сунуть, потом тихонько эту щель как бы проламывать и так далее. Можно. Но это специальный трюк, которому надо учиться, либо, в общем, заниматься этим специально и так далее. Фокус. А хотите, я вам расскажу, как работает доктрина? Даосскую легенду расскажу. Давай. Она очень мудрая со всех сторон. Тут нет победителей и побежденных, она мудрая со всех сторон. Так вот, Даос – это китайское учение, которое предполагает, что в мире разлита сила, с которой человек... Вот примерно похоже на «Звездные войны». Ты эту силу чувствуешь, тогда понимаешь мир, или не чувствуешь, и тогда делаешь глупость. Ну, я очень просто. Заметим, да, очень просто. Д, а вот Дао – это практически про другое. Это путь. Ну, не, ну где-то Ну, в общем, смысл в чем? Да, что, что, значит, были отдаленная горная местность в Китае. А в Китае есть такая лисы кицунэ, легенда, оборотни такие. У Пелевина есть книга, священная книга оборотня. Эти лисы живут с того, что они вечные, живут с того, что... притворяются красивыми девушками, заставляют, сожительствуют с мужчинами, которые под гипнозом находятся, считайте, индоктринирован. И с этого живут. Потеряли этого, пошли к следующему и так далее. И вот один крестьянин был недоволен, что его жена постарела, они ровесники были, ему там было 50, а ей уже 50, как бы она еще работа в горах, в общем, и так далее, и так далее. И он начал подумывать на тему, а где бы взять молодую красивую девушку. Лиса все это прочитала, которая бесхозная была, без хозяина, и притворилась. На пути, который женщина ходила за водой, жена притворилась молодой красивой девушкой, села возле котла, кипящего с травами. И она идет, смотрит, 20-летняя красивая обнаженная девица, спрашивает, ты вообще как здесь оказалась, пустой же район горный, да, и вообще что такое? Он говорит, а вот ты знаешь, мне было там 55 лет, и вот я, значит, муж перестал обращать на меня внимание, она говорит. И я пошла к волшебнице, а та сказала, собери такую-то траву в такое-то время, значит, окунись, и ты, значит, и вы снова молодая 20-летняя. Она говорит, а можно, у меня такая же проблема, можно я воспользуюсь? Чувствуете, болячка? Да, да. Болячка, все по структуре. Она говорит, что, ну да, тут он еще действует 3 часа, прыгай на здоровье, мне не жалко. Она прыгнула, естественно, сварилась. Та ее хоронит, закапывает, притворяется этой же женой, только молодой, спускается к этому крестьянину. Он такой, вау, что произошло? И она рассказывает, внимание, ту же легенду, только как бы от себя. Встретила добрую волшебницу, окунулась. Вот я теперь тебя снова люблю, мне уже 20. Он в восторге, дети накормлены, дома прекрасная еда, секс замечательный. Это все гипноз, ничего этого нет, но он так думает. Трансцендентный. Да, да, да. И живет прекрасно, души не чает. И в это время шел через деревню Даос, и он на ночь у него остановился. Как бы, да. Ну, понятно, жена накрывает на стол, Даос сразу увидел, с кем он имеет дело. Подождал, пока она выйдет из комнаты и спрашивает, ты вообще понимаешь, с кем ты живешь? Внимание, вот сейчас очень внимательно. А крестьянин говорит, а мне точно это нужно знать? Даос сказал, я все понял, поднялся, ушел. Даже не стал, надо еще оставаться. Вот так работает ЭПС. И так работает индоктринация. Юра. Вы поймите, четвертым признаком ЭПСО является добровольный отказ от попытки понять, что ты в ЭПСО. Или слушать объяснение, что ты в ЭПСО, ты индоктринирован, и с этим нужно что-то делать. Добровольный человек говорит, мне так лучше, я лучше останусь в ЭПСО. Это значит, вас качественно обработали на уровне индоктринации. И очень много таких людей сейчас везде. Давайте формально попробуем разобраться с точки зрения целей россиян. По крайней мере, проговорить. А, это надо с болячек начать. Болячки, и сразу будет понятно цели. У разных россиян разные цели. Официальных россиян берем. Но официальную доктрину. Смотри, ты же вот какая штука получается. Если мыслить, собственно, не народом, да, а группами, причем как бы культурными массивами, то можно проследить. Из России уехали более-менее с либеральными установками, и им позволили уехать. Да. Если случится катастрофа в России, у них будет этот потенциал, условно говоря, интеллектуальный, интеллигентный, элитный, как угодно, потому что бизнесмена тоже уехало. Вот я себе задаю вопрос, а кто как бы сейчас как бы за пределами Украины, если все-таки у нас случится катастрофа, кто уехал? Вот кто этот батальон Монако? Это лучшие люди? Кто те, кто убежали от войны? Это лучшие люди? То есть я задаю простые вопросы. Я сейчас как бы никак не анализирую, просто задаю простые вопросы. Если случится катастрофа с Украиной, те, кто останутся вне ее, это лучшие представители Украины или нет? Вот для меня это много важно. Детей. Много детей уехало, да? Ну, много детей уехало, очевидно, женщин, детей. Наверняка мы можем предположить, что среди этих детей... А те дети, которые уехали и встраиваются сейчас
во внутрь, ну, условно говоря, стран, которые уехали, они останутся ли они украинцами? Думаю, да, но это же предположение, проверить же невозможно. Понимаете? И так, вот это и есть нестратегическое представление, да. Нестратегическая работа. Потому что, ну, для меня это больной вопрос. Потому что я смотрю, с какой гордостью мне сообщают, что какие важные люди гибнут. Я задаю простой вопрос, я Алексею ее задаю. А мы уверены, что надо было посылать? Ну, или позволять этим, потому что это же активная, у них же активная жизненная позиция. Позволять этим людям уезжать и погибать. В советское же время тоже так было. Все хотели и очень гордились тем, что хотят на войну. Они говорили, нет, ты слишком важен, работай в тылу. Это не значит, что ты не участвуешь в войне. Ты просто работаешь на войну вот так. А хотите, я вам расскажу, что такое армия западного типа настоящего, с римских времен? Где должны находиться самые лучшие солдаты и офицеры во время войны в армии западного типа? Где? В учебных центрах. В учебных заведениях. Всегда армия самая лучшая типа, с римских времен самое лучшее, что есть, наиболее талантливая, креативная, наиболее боеспособная, всегда в учебных центрах, всегда учат. Вторые по креативности и талантам на поле боя. А там уже дальше и так далее, и так далее. Так вот, очень легко судить, цивилизованная армия или не цивилизованная, в зависимости от того, где находится самое лучшее. В Украине самые лучшие не едут в учебные центры, самые лучшие предпочитают воевать. Потому что система сформирована так, что ну, в учебном центре, ну а как ты? А что ты будешь потом рассказывать? Пока там твои товарищи под Бахмутом воевали, ты сидел где-то в Старычах на Западной Украине, ел натовские пайки и там кого-то учил. Да это типа фигня, скажет общество. Что общество не понимает, как это работает. Угу. Не понимает, понимаешь, угу. Да? Общество она не понимает. Интеллектофобии, да. Ценится героизм, не интеллект. Общество не понимает, что самое лучшее должно быть там, где готовят к войне, обеспечивают войну и так далее. Понимаешь, да? Самое лучшее. Так с римских времен. Поэтому у них оружие было учебное в два раза тяжелее, чем боевое. И самые талантливые, заслуженные были там. А у нас учебные центры, ну это типа... А советский принцип был вообще простой. Не можешь командовать, иди преподавай, не можешь преподавать, иди советником в другие страны. Это вообще считалось такое. Лишний раз показывая, как работает система. Так вот, что я хотел сказать. Цели России и российские очень простые. У них есть конкретные политические задачи, они на них работают. Если уже, ну, это такая уже совсем конкретика, мы с высокого дискурса войдем в дискурс. Но если хотите, цели на данном этапе их очень простые. Они понимают, что победить они не могут. Герасимов, возвращение так, как хотели, да. Не могут, да. Возвращение Герасимова и Лапина показывает, что на 12 месяце войны случилось чудо, и Путин начал слушать военных. А военные, тем более Герасимов, очень внятно объясняет, я не могу выполнить политические задачи, которые вы до сих пор ставили. В России всегда было очень плохо с переводом политических задач в военные, военные в политические, это признак диктатуры. Политики всегда ставят задачи, которые военные не могут решить. Завышенные. Вот он наконец-то сказал. Помните, два крайних выступления Путина. Один он говорит, мы начали эту войну, чтобы защитить ЛНР, ДНР, защитить. А второй, мы начали эту войну, вот позавчера, чтобы устранить угрозы России, да, с сопредельных территорий. А что такое устранить угрозу России? У этого есть какое-то измерение? Нет. Нету. Значит, можно в любой момент объявить победу в войне. Угрозы устранены. Алексей, да, давайте я пойду по этому шлю, да, по сейчас, этим путем. Да, да. Угроза непосредственной был индустриальный восток Украины, русскоязычный, который следовало или оккупировать, или разрушить. И то, и другое устранение угрозы. С их точки зрения. Ну, там же есть дискурс какой, смотрите, я видел кусочек маленький Кедми и Соловьева перепалки, там же Кедми достают всегда, когда надо как-то объяснить шаг назад какой-то. То Кедми прямо говорит, что подождите, нет, это не является угрозой уничтожения России, потому что угроза уничтожения должна быть. Не угроза в принципе, а угроза именно уничтожения. Он говорит, Крым отдать, это не угроза уничтожения России. Вернуть Донбасс, это не угроза уничтожения России. Это не уничтожает Россию. Да, потому что она и была и до этого без этого. Да, да, вот и все. Вот они сыграли на понижение сейчас, да. Лично Путин. А это ИПСО обеспечено на уровне президента за стратегический масштаб. Но это же внутреннее ИПСО. А, да, но это для смотри, того, чтобы это фашистующее начало. То угроза уничтожения, мы просто говорим об угрозах. Мы четко понимаем. Это Восток. Он объявляет, а угроза уничтожения, это немножко про другое. Он объявляет неаналитическую категорию. За ЛНР, ДНР можно спросить, так где вы вышли на границу или нет? Но поскольку они не могут даже выйти, да. У них ближайшая задача дойти до Константиновки и все. Там забрать Лиман и, да, Купинск обратно и все.
они по ним наличными силами. Он уже заявляет неаналитические вещи, которые нельзя измерить и можно продать в любой момент как победу. Значит, они идут на переговоры. Переговоры возможны только на одном условии, если мы пойдем на переговоры. Да. Мы и Запад пойдем. Нас подтолкнет. Значит, целью ПСО является нас посадить за стол переговоров. Для этого нужно сделать очень простые вещи. Первое. Надо преувеличить успехи их на поле боя и показать, что перспектива захвата дальнейшая еще есть. Если они выходят на определенный рубеж и говорят, так что вы еще будете воевать? Мы можем пойти дальше или договоримся. Преуменьшить наши успехи, возможности там наступают. Ну, Запад наружу. Третье, в тылу, да. Да, нужно, да, и нужно напугать Запад перспективы расширения конфликта, поэтому ядерная риторика вернулась. Но самое главное, им нужно внутри Украины решить очень важную задачу. Им нужно выбить людей, которые могут объяснить, что это блеф. Угу. Блеф, что оно не работает. И им нужно создать условия, на которых Запад уменьшает поддержку Украины. А внимание, какое главное условие, на который Запад уменьшит поддержку Украины? Снижение доверия. Снижение доверия внутри, к Украине. Угу. А снижение доверия в Украине какое? Ах, Украина коррупционная. Ах, Украина, значит, ворует на крови собственных солдат. Ах, Украина ссорится. Ах, Украина влезла в состояние срача во время войны. Угу. Украина занялась политикой, не выиграв войну. Украинцы, и внимание, главный месседж, который они последовательно проводят 31 год, а на самом деле 350 на Запад. Украинцы генетически не способны к самоуправлению. Отдайте их нам или давайте поделим вы и мы. Угу. Это всегда является генеральной целью российского ИПСО. И каждую нашу ссору они показывают, посмотрите, они на уровне генов не способны цивилизованно сосуществовать. Они кому вы помогаете? И главная задача провести на Запад мысль простую. Это война одних дикарей с другими. Они уже не борются за то, чтобы их не считали дикарями. Они хотят, они борются за то, чтобы нас посчитали дикарями. Они говорят, это война дикарей и дикарей. Нафига вам это надо? Зачем им поддерживать споры об арьене между собой? Одних людоедов с другими людоедами не нужно. Этого, ну, как-то по-другому решать. У нас все-таки ля-ля-ля, имперский дискурс, Китай и прочее, прочее. Вот и цель ПСО. А куда бить? Давайте назовем наши раны. Во что истово верит нормальный украинец? Вот все мы во что верим. Все мы верим в победу. Не-не-не-не-не, на уровне ран, именно болячек. Ран? Не на уровне позитива, а на уровне ран. Мы всегда верим, что есть предатель, правильно? А, вот предатель же должен быть всегда. Куча агентов это есть. Должен быть предатель. Без предателя не идет. Украинец может быть трижды умным, он может быть академиком, да, вот мы, любой из нас и так далее. Блестяще образованным человеком с шестью западными образованиями и так далее. Но чтобы он не поверил, что есть предатель в любом деле, такого не бывает. Всегда есть предатель. Угу. Теперь смотрите, как это делается. И... Фельдман. Угу. Есть отличный Арестович, Романенко и Датюк. Это наш светоч, это новые люди, они спасутся. Ну, среди вас затесался. Среди них затесался предатель Фильм. Посмотрите, в самые важные, я тебя сейчас набросаю кучу поводов, самые важные дискуссии по пятницам Фильм всегда исчезает. Почему? Да. Есть объяснение, но я его не буду говорить публично. Нет, он не хочет брать на себя ответственность. А, вот. Он в наиболее прорывных дискуссиях не хочет, он находит повод убежать. Всякую херню он поддерживает с понедельника по четверг, а в пятницу во время важных дискуссий он исчезает. Давайте. Ты, я чувствую, ты прямо обидел. Да, я начало, тебе сейчас нарисую, да, ты что, за 5 секунд и так далее, и так далее. За 5 секунд. Теперь следующая главная болячка, кроме предателя, что у нас всегда есть? У украинцев? Да. Я уже теряюсь в догадках. Я, честно говоря... У нас погана влада. Два украинца три. У нас плохая власть всегда. Очень просто. А с кем дружит Фельдман? Фельдман же... Знаком с Арестовичем? Да. А Арестович до недавних пор был в офисе президента. Да. Значит, Фельдман несет всю ответственность за офис президента. Я вам даже покажу, где он несет. Я покажу, где он вам оправдывал и так далее. И, так далее. Да, и значит, вот они одобряют. Это два шага. Да. Третий вопрос. А внешнее управление болячка? Ну, плюс-минус. Это болячка, уже схватная. Потому что чужая власть всегда была. Схватная. Недоверие к власти своей, это всегда является следствием. С украинской стороны не проблема. Да. Оборотной стороной является внешнее управление как таковое. Так оно же разное бывает. Ну, украинцев не беспокоит это. Можем проверить, я тебе убедительно докажу. Ну, их даже больше, собственно, интеллектуалы беспокоят, чем внешнее управление. Погодите. Внешнее управление далеко и... Погодите. Внешнее управление — это нарратив, который развит. Есть иммунитет к этому. Погодите. Сорос хочет продать Украину? Не, смотри, украинцев не волнует. А кто лес вывозит? Не волнует это. Кто лес вывозит? Серьезно не волнует. Я тебе говорю, кто вывозит лес в Закарпатье? Ну, я не знаю. Медведчук наверняка, закарпатец. Так вот, это делается всегда так. Есть силы, которые играют Украину. Оно не подается примитивно, что китайцы, Сорос,
и какие-нибудь там, я не знаю, иллюминаты хотят поделить Украину. Угу. Это внешнее управление с точки зрения, что Украину хотят отнять и поделить. Вот угу. с этой точки зрения. Только в этом дискурсе. Не потому что мы дружим с американцами, они нам подсказывают, как воевать угу. и дают помощь. А в смысле, они все хотят поделить. Угу. Посмотрите, я же иду четко по нарративам российской пропаганды. Вы получаете западное оружие, говорят они. А представляете, сколько ваших следующих поколений будет за него платить? Это же Украина надолго, допустим, она выиграет у России, но это же надолго кабала, вы же будете выплачивать все это. Если бы это не работало, они бы в это не били, потому что ИПСО всегда на циклах обратной связи, оно замеряется и так далее. И третий вариант, четвертый, это что, самоумный? Угу. Вот это ваш Датюк. Он самоумный, что ли? Не, я не умный, я интеллектуал, я давно об этом. Откуда он знает это все? Он позволяет себе говорить вещи, которые, значит, вот там этот самый... Потому что, наверное, самый умный. А что он самый умный? Нельзя быть самым умным. А почему нельзя быть самым умным? Почему нельзя строить дом в деревне на метр выше, чем все остальные? Вот центральный вопрос. ИПСО. Угу. Давайте с формальной точки зрения. Нет, давайте ответим. Почему нельзя строить на метр? Почему нельзя? Ну, чтобы не выделяться. А почему нельзя выделяться? Ну, потому что ты не должен иметь больше, чем любой там самый руководитель коммунистического райисполкома. А, нет, это давняя история, это до Советского Союза. До Советского Союза. Конечно. Это старый анекдот. Звучит он так, значит, кума, что кажут, что у вас дочка, блядь. Угу. Да я говорю, побойтесь Бога, кума, яка дочка. Попрошу мене на моей дочке, у меня три сыны, я по-другому яка, блядь. Я не знаю, кума. Я всему селу розповів, а ви собі думаєте. А чому так? Як це працює? Як це працює? Це враньо. Чому воно працює? Чому враньо працює? Тому що люди не вміють відличати правду. Чому важливо, щоб у сусіда корова здохла? Чому важливо? Жаба. Національна звірятка. Жаба. Ай. Ну, наверняка є ці всі моменти. Но, смотри. Если же мы не, как бы, если мы не понимаем цели других людей изначально, если мы не пытаемся понять цели людей, которые работают против нас, и хотя бы формально не пытаемся их вскрыть, как мы можем придумывать условно противоядие? Ты знаешь, одна из основных вещей, которые заводятся на тактическом уровне, когда вот работа идет по нашим войскам на линии фронта? Тактические да, вещи, на тактическом уровне, российская, да. Нет. Она закидывается слухи примерно такого рода. Ну, они говорят... Вот смотрите, есть Энская бригада, угу. которая героически воюет тут. А есть там соседняя бригада, которая тоже героически воюет. Так вы знаете, что вот этой соседней бригаде платят больше, угу. чем вам. И снаряжение чуть лучше, и снарядов дают больше. А еще их на два дня раньше отвели в тыл, чем вас, на переформирование. Угу. И там часть из них поедет в Англию учиться, а вы не поедете. Угу. Угу. А потом начинается. Они, может, мы отступим, а эти хай будут, если они такие крутые, хай воюют, mm-hmm. этот фланг защищают, правильно? Mm-hmm. И так далее. А что так? Mm-hmm. Вот у тебя есть проблема с тем, что Датюк больше тебя получает за эту передачу, чем... 100% нет, конечно же. Больше не думаю. Вот видите, просто вопрос, после которого мы запустим целый нарратив обсуждения. Посмотрите, что будет. Не, мне не жалко. У меня вообще поэтому. Это, заметь, но я же... это мы еще идем на уровне, ну, как бы, объективно анализируемые факты. Потому что можно же еще начать миф затраивать. Да, ну, например. Да. Атаковать. Мы один из последних народов, которые сохранили человеческую генетику. И, собственно, очень мало тут рептилоидов. А рептилоиды это, ну, как бы, определенная генетика. И как бы есть установленные факты, как бы это можно подтвердить. И вот если ты туда входишь, вот туда, в тот дискурс, то там уже вообще все. Там кранты, потому что это же никак не опровергнуть, не подтвердить нельзя. Земля плоская. Как бы. Согласно крайним опросам, по-моему, 46% американцев в той или иной степени верят, что правительство США находится под контролем других внешних, более старших сил. Угу. Неважно, каких, инопланетяне, рептилоиды, просто каких-то тайных обществ вот и так далее. 46% американцев. Это общество, где до недавних пор можно было абсолютно свободно говорить на любые темы, свободу слова. Угу. И там Канье Уэст Гитлера похвалил в прямом эфире, выжив. Да, а кроме того, там экспертиза на все вкусы самого высокого уровня. И тем не менее, что? Пожалуйста, земля квадратная тогда. Поэтому это вечная проблема человечества. И с ней нужно вечно противостоять. И да, предательство, и вот эта вот зависть, это все ресентимент, который проявляется у наций, которые очень долго были подавлены. Да.
были в оккупации, были... Очень просто, потому что украинец всегда следит за тем, чтобы сосед не получил дополнительные эволюционные преимущества. Угу. Потому что получить он их может только... И сразу записывает его предателя, как только обнаружил преимущество. Угу. А потом почему? Потому что в условиях постоянного давления на Украину, которое осуществлялось, и этого самого пресловутого внешнего управления, поляки, россияне, турки, кто там еще был, все на свете, это было всегда страшной угрозой конкретному домохозяйству, конкретной общине, конкретной цене, потому что если они там, грубо говоря, полякам продались, поляки их включили реестр и дали дополнительные тесты, а у нас не включили реестр, я эволюционно начинаю проигрывать, вплоть до угрозы физической смерти, а он, гад, получает преимущество. Uh-huh. Поэтому у нас вмонтировано на уровне культурного массива следить, не получит ли сосед эволюционное преимущество. Эволюционные преимущества, трайбализм, выживание малых групп. И для того, чтобы, потому что конкурентная борьба и любая попытка взять эволюционные преимущества, или там, они же очень простые, поди договорись с турками, с поляками или с россиянами, ты их получишь. И это все наши соседи знают и всегда используют. Ну вот смотри, мы же постоянно анализируем украинцев сейчас, а я хочу анализировать россиян. Давай. И предлагаю дискурс анализа россиян. Почему это важно? Потому что, с моей точки зрения, мы находимся, вот если брать там конкурентные условия, например, в избирательной кампании, они очень жесткие, как правило, да, если ты на серьезных позициях стоишь, тебя атакуют, как правило, со всех сторон. То есть ты в стержне, и ты в какой-то основной. Куда Юра делся? Юра, у нас связь отвалилась, у нас стрим вообще не присутствует, да. Поэтому все, что мы сейчас делаем, еще? Это в записи, да. Мы потом это же делаем доступным, вот, и поэтому как бы все там пытается восстановить. То есть Юрий типа виртуально с нами? Да, виртуально, мы чисто его можем чувствовать, интуитивно. Вот, как бы поэтому смотри, когда мы находимся в центре и занимаем какую-то лидирующую позицию или же претендуем на нее, мы выдерживаем обычно в режиме круговой обороны атаки со всех сторон. Информационно. Все это информационно, редко когда это переходит в режим конкретных там, физических действий, там, уничтожения имущества или, не дай бог, там, физическому здоровью. Вот. Но у врагов всегда есть цели атак. И они что-то атакуют всегда. И если мы говорим о том, что у россиян официальных групп, разных групп, разных башен, да, есть разные цели, и они эти цели своими каналами коммуникации атакуют, разгоняют, то надо их перечислить хотя бы формально для того, чтобы сформулировать, как они могут выглядеть, для того, чтобы понимать, какой цели той или иной атакой они достигают. Потому что они же не говорят в своей атаке, да, что типа, так, у нас сейчас цель повлиять или там затронуть вот такую-то боль украинцев через вот такие-то методы. Они это делают, а мы постигаем уже эффекты, мы находимся внутри эффекта. Вот первое, я написал две штуки. Там. Первое, это нужно заставить ненавидеть разные группы людей друг друга, как врагов. У нас? Да. А, ну понятно. Это раз, да. Нужно достигнуть недоверия между разными группами. Ну понятно, что если мы как в результате ненависти и недоверия будем насчет убивать друг друга, это вообще идеальное достижение. Конечно. Цели, как бы, ну, вот первые, я думаю, такие. Какие еще? Их главная задача, это то, вот, что я сказал, их главная задача показать одним украинцам, что другие неправомочным путем обеспечивают себе эволюционное преимущество. За счет коррупции, за счет работы с внешними агентами, за счет избегания бед, которые испытывают все другие украинцы. Вот история с домом в Тернополе, да, со Светом. Знаешь, все же ее знают. Ну, Юра ее очень сильно пиарил. Был дом, которому не отключали свет, потому что он линии с котельной. Да. И народ писал заявление. 2500 залов написали, там, или полторы, ну, какую-то цифру гигантскую там, для местного уровня. Его отключили, но эти же люди остались без отопления. Тогда они пожили 2 дня, начали писать в морозы. Типа, подключите его обратно, но подключите так, чтобы отопление вернулось, а этот дом не подключили. Они нашли способ, тогда отключили магазины, в которые они ходили. И они были вынуждены ездить в другой конец города в магазин работающий, потому что теперь как бы дом без света, отопление есть, но магазины не работают. Надо же было подключить и так далее. Вот это вот очень показательная история. Мы не потому, что мы плохие, или потому, что мы сволочи, или у нас генетическая ошибка. Исторический процесс вбил в культурный массив. Надо всегда смотреть, чтобы сосед не получил эволюционное преимущество. Не отпетлял от призыва, не заработал дополнительно денег, не получил больше света. А традиционно наши элиты получали, эволюционные преимущества за счет побега к соседям. Соседи это знают. Россияне зашли сюда, на левый берег, и перешли на правый на одной машине, на одном приеме хитром. Они, батюшка-царь, свои воеводы царские, заботились о простом украинце против магнатов и казачества. Угу.
они выступали арбитром, они защищали простых против ваших. И крестьянин, которого давили и магнаты, и казаки, казаки расплачивались и сыром с турками и так далее. Вообще система отношений не считались поридненным народом свинопасов. И вообще у них были большие проблемы. Они искали, что, за кого зацепиться. И вот российский воевода говорил, так лучше же батюшка царь, пиши челобит, ну рассмотрит, мы тут наведем порядок, поставим на место. О, сказали они, вот же ж. В этом секрет. А как Хмельницкий заключал Переславскую унию? Угу. Рано. Нужны были конкурентные преимущества. В борьбе с Польшей, с княжеством литовским, с татарами, очень тяжелая обстановка. Поискали, тут православные вроде и так далее, принесем вассальную клятву, в случае чего разорвем, мы же так мыслили тогда и прочее. Потому что западная система феодальных отношений. Пойдем. А потом Выговский, а потом это самое. Все растаскивали просто вот так вот, потому что все время еще искали. И главная мысль, чтобы он, сволочь, не получил конкурентное преимущество. Угу. Чтобы корова сдохла. Помните анекдот, когда вы этот самый... Берем наш же фольклор, фольклор про самих себя. Господь сказал, я выполню, я что хочешь, только соседу дам в два раза больше. Да пусть корова сдохнет. Смотри, это же тоже в формате нужно заставить ненавидеть разные группы людей. Нет, друг это рана, которую они используют это, старательно, да, понимаешь? Да, они туда вкладывают это изо всех один сил. Из способов. Конечно, да. А групп много, и вот цель заставить ненавидеть. Ненавидеть, и генеральная цель, да. Чтобы у нас началась гражданская война, мы все друг друга убивали. Это ненависть, недоверие. Что еще? На фронте что победить не можем, атакуют? Надо развалить изнутри. Что еще атакуют? Кроме вот ненависти и недоверия, что-то еще атакуют? Так все очень просто. Они нас уверяют в том, что мы первые. Что на этой войне, главное, что мы проиграли в войне, правильно, на данном этапе? У них задача, что мы проиграли в войне. Или хотя бы не выиграли у них. Значит, вопрос такой, что первое, они атакуют. Что украинцы не смогут выиграть. Что мы, в принципе, военная победа невозможна. Да. Раз. Разные способы. Ну, посмотрите, какие у вас потери, посмотрите, вот мы взяли Солидар, посмотрите, Запад вам не поставляет, либо поставляет очень мало, меньше, чем нужно для выигрыша в войне. А значит, это Россия вот бесконечно там. Да, я видел, кстати, видео, целое там кладбище показывается украинские, говорятся, Зеленский, останови, вот сколько ты военных. Кто ЗК, то еще есть технологии, которым Россия не даст, она всегда... Да. Россия не проиграет. Россия непобедима. Да. Вот и так далее. Вы должны в это победить. Раз. Второй момент это что? Что, ну, допустим, вы победите. Это на другую целевую группу. Так посмотрите на цену этой победы. Поколениями расплачиваться. Смотри, леса отдадите, воды и реки. Да. А есть же еще такая вещь. Кстати, землю отдадите. Стратегический контекст. Хорошо, ну вы победите Россию. И как вы себе представляете этот мир? Да? Ну вот она распадется. Это же не вы будете иметь дело там, с чеченами, с китайцами, которые полезут в Сибирь и так далее. Вы готовы этим всем заниматься? Да не, мы вообще считаем, что нафиг нам зачем же вы побеждаете? Мы частокол нам... Ребята, вот как бы, вы создадите проблему, мы ее будем решать. И заметьте, обойдется нам там гораздо дороже, чем все оружие, которое мы вам поставили. Потому что ядерное оружие нам как бы придется захоранивать, с этими разбираться, кормить Россию на протяжении десятилетий и так далее, и так далее, и так далее. И зачем нам эта вся морока? То есть, грубо говоря, мы не можем предложить тот мир, пока не можем, до сих пор. Потому что вот если взять даже формулу мира нашего президента, который считается очень хорошим, это формула мира, которая показывает наш интерес. Но которые совершенно не учитывают то, а что будет с пространством побежденных. Оно не просматривается. То есть горе побежденным. То есть на всем пространстве России написано горе побежденным. Но горе побежденным это деньги Европе, деньги США. То есть если горе побежденным, они же будут за это горе платить. То есть мы не можем предложить тот мир, до сих пор не можем предложить тот мир, в котором, ну, как-то с этим всем мы будем управлять, как-то с этим всем справляться. И вот это стратегическое... Я понимаю, что это как бы на отдельную передачу разговор, но... Не, смотрите, это же важный момент, потому что вы на самом деле... Это суперважный момент. Как бы еще накидали просто, два нарратива. То есть Украина не способна... Я просто думал, говорить об этом сейчас или не говорить, потому что это отдельный длинный разговор. Но они же правда это атакуют. Поэтому мы должны перечислить формально, а потом мы можем к этому вернуться в любой момент времени. Ну, Украина не способна администрировать Россию, и Украина не договороспособна. Вот и вот еще один то, момент. Что они атакуют, правда? Еще один момент, да. Или я что-то не уловил. Вот у меня еще чувствуется что-то еще. Хорошо. Давайте скажем так. Эта война нас бросила в геополитику. Сделала нашу позицию. А украинцы не умеют ей заниматься. Но мы не можем в ней. Да. Да. Президент работает каждый день с тем, что он объявляет, что вот мы в центре мира. И мы
Говорят, ну хорошо, вы в центре мира, что вы предлагаете? Украина не способна учитывать. Мы предлагаем мир, в котором нам хорошо. Постойте, о Европе, о Штатах, что вы предлагаете, а ООН, что вы предлагаете, о Россию, о Китае. Сбрасывают вопросы. Да нас это вообще не волнует. Нам нужен мир, в котором нам будет хорошо. Не, ребят, постойте, но если вы в центре мира, вы не можете думать только про себя. Да. И вот это и есть национализм. То есть Украина... Это и есть ограничение национализма. Когда твоя нация оказывается центром мира, ты миру ничего не можешь сказать. Украина не способна учитывать интересы других стран. Да. И еще один нарратив. Значит, вы заплатите жизнями и страшными разрушениями за победу в войне, а репарации получит Запад, вам ничего не достанется. Ага, вы еще Западу будете платить. То есть наживется с этого всего Запад, а вы отдадите землю, воду, реку, жизни и так далее. Угу, угу. Не сможет использовать... Да. И еще победу. И еще один, наоборот, заплатит. Еще один большой миф звучит так. Значит, что, смотрите, ну хорошо, вы победили, вы даже вступили в ЕС и НАТО. А кем вы там будете? Угу. Вас пустят в мировую элиту? Угу. Никогда, в лучшем случае, в прихожую, в предбанник, это еще третий сеней. А у нас... Не то, что не пустят. Да. Вы же не заявляете эту позицию, которая бы предполагала, что к вам относились как... Ну, переформулирую, да? Не то, что не пустят. Вы не заявляете позицию, чтобы к вам относились как равны. Вы не проявляете мышления такого типа. Вы не мыслите стратегически. Не умеете, да. Да, не умеете. Вы говорите так, что к вам нельзя относиться как к серьезным партнерам. Хуторяне, типа, да. Все себе, реальные игроки так не играют. И третье, и еще один, не третье уже какой там по счету, еще одно. Десятый. Да, десятый. Звучит так, что... Третье в этом ноутблоке. Что вот если бы вы с нами были... Наша уникальная православная цивилизация, она бы всему миру показала на равных. Вы бы вошли в имперскую элиту, тут в социальные лифты, мы открытые, лифты работают, вы наши братья, вы же один народ, как Патрушев говорил, да, у нас вообще нет претензий к украинцам, мы один народ. И вы бы получили, мы бы объединились, получили дополнительную силу, и вы бы получили возможность, ого-го, в каких лифтах участвовать. На уровне персонали ты мог бы стать маршалом победы, ты великим ученым, ты космонавтом, ты членом правительства или возглавить правительство, а может и президентом, ты каждый персонально. А вы все вместе были бы что? Силы, которые играют, являются частью мировой элиты, играют на равных, противостоит на равных. А так вы будете, туалеты мыть в Европе. Да. Согласен, мы бы еще один голодомор учинили. Это да, да. Все, ну да. А так будем мыть туалеты в Европе. Все, да. То есть Украина может быть в мировой элите только вместе. Да. Против Запада, да. Все, как бы мы продаем. Ну, слушайте, 10 пунктов мы сформулировали, это супер добавочная стоимость, как по-моему. Ну, так это вся история работает. Целей. Хорошо, а вот теперь на фоне вот этого всего неудобный вопрос. Внимание. И вот когда Алексей Арестович говорит внутри вот этих вот целей, а вот на каком-то базаре в Украине, на западе Украины, кто-то там не обслужил... Кирковчанку, которая просила на русском языке. Не делает ли он ИПСО россиян? Не сеет ли он ненависть относительно разных групп внутри Украины? Ну, смотрите, я бы даже... Важный так, вопрос. Даже не так поставил бы вопрос. Давайте Сергей Аркадьевич. Это мой вопрос. За что Алексея, по большому счету, подвергли остракизму? Он сказал простую вещь. За свою могут ошибаться. Нет, понятно. Я задал абсолютно другой вопрос. Я прошу прощения, Сергей Аркадьевич. Да. Я хочу, чтобы Алексей... Ты понимаешь, что такое ИПСО? Можно вывернуть все, что угодно, как угодно. Я понимаю. Ты ответь. Когда нет, ты это делаешь? Нет, не сею, потому что Алексею надо смотреть не отдельными фразами, а ту линию, которую он проводит доктринально. И вот одна из главных приемов ИПСО – это вырывание кусков. Потому что, чтобы не отследить линию, я предлагаю сложное мышление об Украине, об украинских вопросах. Если взять, что я рассказал историю про женщину на этом, то, конечно, да. Если взять две соседние истории, то вырисовывается линия, что да, мы должны быть сложным обществом, со сложным мышлением, сложными взаимоотношениями. А сложная страна куда больше шансов на победу имеет, чем упрощенная и примитивизированная страна. Когда ты рассказываешь это, такой пример, ты хочешь, чтобы эти люди устыдились, которые это делали, чтобы они посмотрели на себя иными глазами и типа не ненавидели людей, которые исключительно пользуются русским. Да, это интересно. Конечно, да. Я хочу вернуть этику во внешнюю и внутреннюю политику. Ну, внешняя и внутренняя политика далека от торговки на базаре. Нет, это этика. Это этика обращения со своими. Давай я отвечу. Смотри. Это большой вопрос ко всем нам. Зачем мы вообще это делаем? Да? Как бы, можно ли переубедить всех? Нет. Пытаемся ли мы переубедить? Я лично уже давно не пытаюсь. Что я делаю? Вот последнее время, что я делаю, да? Вы провоцируете мышление. Вот. Я разочаровался в философии очень давно, ну лет 5 уже как.
Мне интересна софистка, потому что она провоцирует мышление и следующее, или сопровождающее его изменение. Вот мне это интересно. Да. А молодые гораздо более интересные, чем постарше. Мыслящие гораздо более интересные, чем те, кто не мыслят. Люди, которые ставят вопрос, гораздо интереснее те, кто, у которых есть ответы на все вопросы. Поэтому, когда мне присылают письма, а мне их шлют регулярно, у меня есть план, который ну вот все решит. Или у меня есть ответ на все вопросы. Я, как бы познакомившись, тут же закрываю это письмо, потому что это свидетельствует о том, что человек верит в то, что у него есть ответ. А если есть ответ на все вопросы, мне с ним уже не интересно. Потому что у меня нет ответа на все вопросы. Я уверен, что их просто не может быть. Я готов их ставить, вместе обсуждать. Но если у человека уже есть ответ на все вопросы, с ним невозможно обсуждать их. Потому что кроме ответов ничего не услышишь. А мне интересуют иные вопросы, не поставленные еще, на которые нет ответов. А не ответы на те вопросы, которые у меня есть. Так мой ответ очень простой. Мой месседж украинцам очень простой. Мы не можем искать чужих внутри Украины. Их тут нет. Все свои. Что делать с предателями? Нету предателей. В таком подходе нет предателей. Ну да. Есть же, мы же знаем. Генерал Кулинич в СБУ интегрировал огромную сеть предателей, агентов Российской Федерации. Это внутрь, на каждый этаж и чуть ли не в каждый кабинет. Предатель — это эмоционально-этическая категория. Ну почему? А СБУ? Это же юридическая категория. Не, измена Родине есть. Так правда. Там нет категории в Уголовном кодексе предательства. Есть измена Родине. Зрада, державная зрада. Зрада, ну державная зрада. Вот так ее и надо говорить. Зрада державе. Что такое? Да, оно выражается в конкретных юридических категориях. Да. Что? Переход на сторону противника во время ведения боевых действий, помощь иностранным спецслужбам, нанесение конкретного ущерба. Вот так мы можем говорить. Це державная зрада. А кто-то из украинцев оперирует понятием державная зрада? Все же кричат зрадник просто. А сразу вопрос, а кого зрада? Наше сообщество, которое считает, что Украина должна быть такой, так это же не зрада, это просто другая точка зрения. Она тоже украинское сообщество, и все тут патриоты. Угу. Понимаешь, да? Просто у нас разные точки зрения. Как у греков, это же есть, бляха, демократия долбанная, цивилизационная. Демократия как цивилизационный принцип, а не как конкретная форма политического устройства. Угу. Вот и все. У нас нет. И моя... Якщо думаю не так, як я, зрадник. У нас нет чужих. Понимаешь, да? У нас нет чужих. В Украине все свои, с разными точками зрения на судьбу Украины, на то, как надо бороться и так далее. Нормальная дискуссия, искусственные конфликты, да. Но эти искусственные конфликты, они же не должны переходить сразу в категорию, на врага пришлось. Потому что Украине, я тебе страшную вещь скажу, мы не боимся, большинство из нас не боится предательства как такового. Большинство из нас боится эволюционных преимуществ, которые они получат, ресурсные после предательства. Вот этого боятся. Это разные вещи. Очень разные вещи. Это пропасть между предательством и эволюционными преимуществами от предательства. Нас беспокоит больше второе, чем первое. Ну, не знаю. Не знаю. Мне кажется, я не уверен в этом. Это сложно. Мое предположение. Твое предположение, это твоя гипотеза. Ты имеешь право на нее. Понимаешь, якщо зрадник и поїхав з батьківщини, десь живе там, він нікому тут не цікавий. У нас є чимало зрадників, які поїхали і живуть в Росії. Вони абсолютно нікому не цікаві в Україні. От якщо сука не поїхав і отримав переваги, і продовжуєш жити це, тут. Це ти падло, да. Оце ти падло. Що ж ти гад? Я можу поспорити, тому що я з рядом людей пообщався, які живуть з України там, через чат-рулетки, от ці, да, які там рандомно вибрасують кого-то. І є там представники України по різним причинам, абсолютно оказавшися в Російській Федерації. З різними убежденнями. Є абсолютно проросійськими убежденнями. Є абсолютно україномовні. Ну, понятно, кому не тут інтересні. Є україномовні з ватними убежденнями. Є от как бы... Та це все понятно. Корні... Кому не тут інтересні? Нікому. Мне интересно. А? Мне интересно. Нет, ну как бы чисто с исследовательской целью, да, их можно... Из этого ПСО нельзя сделать. Они никогда не вызовут столько отторжения, как те, кто здесь, которых можно назвать зрадниками. Смотри, смотри, Коля, вот смотри, куда ты зашел, смотри. Ты говоришь, есть в России бывают, есть разные украинцы, и это сложная история. Конечно, разнообразие. Подожди. Сложная история, очень плохая для ПСО. Для ИПСО нужны простые болячки. Они простые. Каждая история сама по себе. Сложная история обезболивает. Тебе надо понять. Комплекс. В чем фишка сложного мышления? Оно обезболивает вечные раны. И это очень хорошая история, потому что тогда некуда бить.
Туда, куда тебя пытаются ударить, ты говоришь, так у меня тут сложное мышление, извините, я сложно воспринимаю мир. А сложное мышление вызывает, может быть, радость от эмоций, любопытство, интерес, но только не болячки. Такие вот, такие пасконно коренные, на уровне дизайна болячки. И ты говоришь, мне интересно, я позволяю себе идти внутрь России и разбираться в разных сортах украинцев, которые уехали туда. Это очень сложно, это очень сложно. Россия, смотри, ну, вот приведу тебе простой пример. Есть некая украинская певица, которая живет в России. И вот пока она не публикует ни фотографий, никаких воспоминаний об Украине, она вообще никого не интересна. Но стоит ей в Инстаграме разнести фотку с того времени, когда она была в Украине, и тут все. Всем ревет крышу, про нее вспоминают, и у нее начинается беспрецедентный хейт. Но если она как бы убирает фотку, перестает, она никому не интересна. Я понимаю, да. Смотрите, что говорят наши оппоненты вот, со второй платформы. Со второй платформы? Ну, вот есть же первая постсоветская, а вторая, как сказал Сергей Аркадьевич, национально-патриотическая. Что они, главное, чем они угрожают, и последний аргумент для них. Он не украинец, это не украинство, говорят они. И украинство подается как сверхценность. То украинство, которое они понимают, и способ развлечения свой и чужой. А теперь берем эту певицу. Она говорит... Ну вот я вспоминаю Грузов, эти фестивали, эти ночи 2010 года. Там, ну, это оливье формат. Да, там, да, и прочее, прочее. Или там, а ей говорят, подожди, падла, а что ты зазыхаешь на Украину? Она говорит, так это моя личная память, я же вот как бы там, типа, тут гражданка Украины, и я честно пела в Крыму и так далее. Не-не-не, это уже не твое, это уже наше, и не только Грузов, это еще, в принципе, возможность принадлежать к Украине. Простейший кейс, Невзоров и украинское гражданство. Сколько было? Пусть дайте ему вид на жительство, дайте ему, ну какого хрена давать украинское гражданство, его заслужить надо. А теперь внимание, а почему для них это такая сверхценность? Она для нас тоже сверхценность, сразу скажу, но почему для них такая сверхценность? Почему? Это же древняя история остракизма, изгнания. Да? Вот мы тебя лишаем звания гражданина города, иди куда хочешь, а там это значит физическую смерть или рабство, хуже смерть. Вот. Почему? Для россиян почему так важно? Нет, для украинцев. Для украинцев для нас. Почему так важно украинское гражданство? Украинское гражданство и вообще там все от воды до гражданства и до, я не знаю, до... Смотри, я думаю, это абсолютно такая реакция связана, так, защитная реакция, последствия, которая является последствием гнета со стороны России. А давайте россиян. Это самое, это дает конкурентное, почему же украинцев забирать? Да, это же тоже конкурентное преимущество. Они почувствовали, что это конкурентное преимущество. Не вообще, не абстрактное, не гордость за себя, за ланы, за поля, за доли. Все остальное. Знаешь, сюда будут приезжать профессионалы из России и получать украинское гражданство. А на данном конкретном этапе это прямо исчисляемое конкурентное преимущество. Да? Знаешь, чем исчисляемое? Ну вот давайте так. Волонтерская помощь Запада, например. Раз. Вот на самом примитивном уровне говорю. Как ты думаешь, если в составе добровольческого подразделения одни говорят, ну давайте сложное мышление, давайте вот поймем, будем сложно, сколько им денег дадут, например, из Канады или из Соединенных Штатов, диаспор. А другое волонтерское подразделение скажет, мы нащадки дивизии Сосгаличина, как бы, и мы там, вот, значит, мы боролись, боремся и боремся, смерть москалям, значит, и мы вот ля-ля-ля, кто больше получит денег? Я не знаю. Я знаю. Вот. Теперь берем, это левый фланг самый простой, теперь берем правый фланг самый сложный. Вот когда человек говорит, є таке певне втаємничене українство, зрозуміти сенс якого, можливо, лише прочитав і наизусть вивчив Донцова, Франко, Забушка і Жадана. А ті, хто не читав і не хоче все вникати, він не от тих таємних джерел, він не торкнувся, і він не може зрозуміти. А воно дає що? Воно дає отакий певний втаємниченість. І Україна отримає, справжній українець отримає такі певні магічні додаткові здібності, ініціації, магічні додаткові здібності, які дають розуміння світа так, що він одразу убезпечений від будь-якої індоктринації, від російського впливу, одразу має мотивацію, одразу має хист, одразу має пасіонарність і має все, щоб, от, значить, єдина проблема. Українців ніколи не було у владі. Подивіться, хто у нас в уряді.
Це ж всі люди з єврейськими фамиліями. Да, розумієш, да? І этот ваш фільм, он тоже вызывает тоже подозрения, как бы. Правда. Так вот. А, да, это йому третє. Це третє тебе за. І так далі. Так вот это вот магическое мышление, это вот классический пример магического мышления. Культа, идолопоклонничества, магическое мышление. Принадлежность к определенному категории дает сверхспособности. Эти люди свято в это верят. Мне в комментариях постоянно пишут, я же внимательно смотрю, они пишут такое. Ты тоже еврей? Не, дискуссия. Еврей, это ладно. Дискуссии. С подозрением на еврея. Ну, зафиксировано подозрение на еврея. Смотрите, что пишут доброжелательные люди. Доброжелательные. Это же не те, которые пишут, чтобы ты сдох. Это доброжелательные. Они говорят, Алексей, вы гениальный. Вы такой классный. Вот, бляха, лучшее, что у нас есть вообще, это одна, у вас один недостаток. Прочитайте Донцова. Вот тогда к вашим сверхспособностям добавится плюс к защите, 100 к защите, 110 к нападению, и еще магическая способность цепную молнию бросать, знаешь, там тем, и заклинание Армагеддон вызывать. Я говорю, ребята, я читал Донцова, лучше, чем вы, поверьте. Ну ты же, вас, да. Но есть же цитат у вас из этого, из Бандеры. Да, из... сколько угодно могу цитировать, я могу Франку цитировать, вы не поверите, да, и так далее. И вот тут возникает вопрос, они говорят, а что-то здесь не так. Как это человек, прочитавший Донцова, и который не понял все величие, и не приобрел дополнительные магические способности, здесь не так. А почему не так? Как вы думаете, какой следующий ответ? Чужой. Даже познакомившись с источниками, не способен воспринять всю глубину, и значит магическая сила на него не переходит. Ну, для этого надо почитать Донцова, Липинского, Скоропадского, спогады. Ну, как бы, имея объемное какое-то... А, не, ну раз ты вот и це, то уже... Нет, вот смотрите, у нас Скоропадского упомянули, не к ночи будет сказано. Да. Вот у нас Скоропадский, единственная во всей украинской истории попытка цивилизованного правоцентрического дискурса и построения государства. Да. Кто пооткрывал больше всех украинских редакций? Скоропадский. Кто Академию наук создал украинскую? Скоропадский. Кто газеты? Скоропадский. Кто переводил все на украинский язык? Скоропадский. Кто Скоропадский, создал Скоропадский? Академию наук? Кто создал план... Днепрогэс, ну, в таком уже удобоваренном виде, которые, кто метро запустил, кто украинских интеллектуалов создал, кто традицию развернул монархическую, кто фактически был у истоков ордена украинства, который как бы потом коновалится, потом все приписали кому? У нас же про УПА даже не згадується, що його конвалець. Почитайте, ну, це взагалі унікальна ситуація. Руська Вікіпедія да. Більш адекватно описує УПА, ніж українська. Ну, кому скажи, не повірять. А как так произошло? І тут возникає вопрос. Да, значит, а чим ми заплатили Скоропадському? Що ми зробили зі Скоропадським? Ну, вигнали. Вигнали. А чому ми вигнали Скоропадського? А він був недостатньо україномовний. Да, він був чужий. Підозрілий, да. Єдиний чоловік зі стратегічним мисленням в той період, який щось міг протипоставити. Тому що по факту і Грушевський, і Вінниченко, і так далі. Вже Крим присоединив. Вот. Уже еще Крим присоединил. Да, Болбочан вот. Сходил, все завоевал, да. Да, и так далее. Крым, блестящая операция. Петлюраш, ну, Західну Україну трошечки, ну, здав, да. А от при Скоропадському вона росла, а при Петлюрі вона зменшилась. Петлюра герой, Скоропадський ні. Мне было очень интересно почитать всякие конституционные документы, как проголошение Центральной Рады. Единственный случай строительства, системного строительства украинской державы по всем параметрам. Но когда вот Грушевский и так далее, они же тоже не провозглашали по факту отделение от России. Конечно, не они по факту провозглашали Украину, да, внутри, да, Российской автономии, империи. Все дела, как не, положено. Не совсем. Если вы про другой универсал, там трошки не те, але... Ну, суть в чем? Сначала они начинали с этого, потом они все-таки потом они дозрели все-таки. Поэтому история очень простая здесь. Украинцы, если говорить об ИПСО, нас всегда очень легко поймать на главной стержневой теме. Важно, чтобы у соседа не оказались эволюционные преимущества. Так, мы снова в эфире, да. На самом деле, уже несколько минут. И сейчас, да. И вот это можно на разные лады подавать как угодно. Ну, это первая история. А теперь оборотная сторона, и я заканчиваю, да, и Юра, да. Второй стороны, чтобы у соседа не оказалось эволюционных преимуществ, значит, нам нужно максимально бороться за эволюционные преимущества. Угу. Потому что если мы будем спать, то у него неожиданно могут оказаться эволюционные преимущества, а так вот мы его взяли и переиграли. А каким главным преимуществом является эволюционным?
Вот. Усложнение, изменение. Это мы так думаем. Мы вот это третий культурный массив. А люди второго массива думают очень просто. Первого массива думают, ну, о присоединении к имперской традиции, неважно, она советская или не советская, так как ты цитировал. Люди второго массива думают в таимничены джерела. Какие вот что издают, там, сток нападению, сток защите, мистичный погляд и так далее, и так далее. А вы тут, придурки, про сложное мышление. Угу. Понимаешь, да? Так вот, по сути, противостояние второго и третьего, это магическое мышление, сложное мышление против магического мышления. Все очень просто. Юра, ты с нами на связи? Ну, я только включился, потому что я вот... Да, мы слышим, слышим. Я так понимаю, что мы там далеко зашли, и это радует. Вот. Про Юго-Россию не говорили, потому что Юго-Россия, я вижу, что зашла очень хорошо. Сейчас про Юго-Россию начнем, мы на третий час зайдем. Да. А, ну да, это же мы два часа в эфире. Смотри, что мы проговорили, что очень важно, и то, что будет в записи доступно, поскольку эфир пропадает. Тебе понравится запись, мы там на такое выперли, пока отрубили на соцсети. Да. Ну, всем рекомендую смотреть. Мы смогли сформулировать 10 целей россиян, их ИПСО. Официальных абсолютно, которые мы нащупали. Мы их не будем перечислять, для того, чтобы было бы интересно посмотреть всем, кто не видел эфир в записи потом. Ну, пусть пересмотрят, тут 10, реально 10, их получилось случайно 10, никто их не собирался 10 формулировать. Вот такая штука. Ну, хорошо, посмотрю. Я так понимаю, что вы уже все, подошли к концу или дальше идем? Ну, или на третий час заходить, но лучше... Заканчивать не стоит, да. Я насколько помню, у Алексея там должна быть школа там или что там, поэтому... Оно просто, Юр, вот дошло до логического конца. Ты когда все посмотришь, ты поймешь, что мы все темы, которые поставили, мы прошли, зафиксировали, дали формальный ответ. И запускаться на второй круг уже, ну, как бы, нет смысла. Хорошо, тогда поблагодарим... Продолжить саму дискуссию дальше. Ну, после того, как все посмотрят первую, да. Будут в материале, да, и мы там типа можем двигаться дальше. Оно вызовет бурное метание всего, поверь мне. Я прям вижу это все. Сразу вижу разорванность на цитатах на российском ТВ, внутри и так далее. В общем, мы породили. Что наши передачи хороши, они порождают дискурс. В том числе на французском телевидении, как ты сегодня ставил. Отлично. Я тут хорошо, я тогда про Юго-Россию мы еще дальше развьем, потому что я опять недельку подумал, я еще кое-что надумал, там развил этот концепт. Вот. Но в любом случае, тогда что? Спасибо, поблагодарим от лица зрителей, которые сейчас будут дальше смотреть то, что я вместе с зрителями не видел. Надеюсь, что это все действительно интересно. Нет, оно прямо сейчас не получится. Это же нужно будет отдельно как бы публиковать, я так думаю, потому что оно же в эфире недоступно. То есть нам придется эфир перезалить, да? Давай просто, чтобы зрители поняли, как будет. Сейчас опубликуется вот этот эфир, а потом мы еще зальем отдельно вот полный, который... Ага, все, я понял. То есть, дорогие зрители, вы поняли, что вот эфир, который сейчас опубликуется, он будет не полный, а полный мы еще одним... Вы не видели, получается. Да. Да. Который мы не видели, чтобы он был цельный, вот все, что было в записи, пока не было интернета, вот там вот все это будет. Поэтому подождите буквально, я не знаю, там сколько, часик там, и этот кусочек появится. Вот. На этом, наверное, все. Всех обнимаем, целуем. Я рад вас видеть в студии. Скоро вернусь, так что до новых встреч. Пока. Ура нашим посиделкам.